Ну что, let's go! И никто не хотел. А может тебе повыше камеру поднять, а то у тебя как голова отрезана. Так уж я сейчас ее... Давай я подниму. Не, в смысле, я тебя спросил, если что, технически я... Ну я-то буду опускаться, правильно, типа уставать и все ниже. Не, ну чуть-чуть. Давай. Ну как раз народ пока еще... Да, то ты сидишь как этот... Отрезанный. Раз. О! Видишь? Оба. Да, по красоте. Чтобы неприятного человека было больше. На пару миллиметров. В кадре, да. А вот теперь и приятный в кадре. Всем привет, ребята, привет! Здравствуйте всем! Продолжаем вчерашний марафон песен с Романом. Тут я, тут баян есть. Но Рома будет подыгрывать мне всякие соляки, поэтому в две гитары иногда будем играть. Не, я просто взял гитару, чтобы сидеть с ней, но это не значит, что я умею всякие гитары играть. Я вчера все играл, теперь и ты будешь все песни подряд подыгрывать. А чё, так и учатся играть. Ну, импровизируешь. Не, ну я запороть Джейми. Могу все, что можешь, ты знаешь. Как я вчера, да? Нам вчера так нравилось, как мы играли. А потом мы посмотрели этот стрим. Как будто бы, когда играли, бухи были, да? Да. А под утро уже не то. Да. Не, ну для ребят, я думаю, это все равно было очень даже идеально. Да, прикольно. Да нет, а в том-то и прикол, когда играешь сходу даже песни, которые не знаешь, вместе не играл, да, ты где-то косячишь, все, но вот этот драйв, вот это волнение, оно дает как бы кайф. Сосредоточенность такая. Ты же домой собирался сегодня, Сергей говорит, да, но пришлось, короче, на день отложить мою поездку в Казань, возвращение. Пропадает мой билет, он прогорит, к сожалению, СВ-класса еще, между прочим, номер у меня был. Поезде. Но ничего, зато снимусь для канала «Скотский мир». Да. Вы знаете о нем. Сейчас народ подтянется, ребята, пальчики вверх поставьте, чтобы да, кстати, чтобы побыстрее уведомления пошли, пожалуйста, ткните лайк. Да, мы же сразу запустили без предварительной, так сказать, страницы. Вот такие вот дела. Я уже неделю в Москве. Если честно, устал. Четвертый стрим за сегодня, за неделю. Пять минут до стрима пришло два доната. Один на 1000 рублей. Сыграйте пачку сигарет, пожалуйста, пацаны. Это те, кто знал, что сегодня. И 200 рублей. Просто кому там привет передать? Максиму? Максима Праксин. Максима Праксин, привет. Передавай, что-то тебя ж просил. Привет, Максим. Продолжай танцевать, красавчик. Я знаю, что да. Он танцует. Уже 1000-рублевый донат есть на песенку. Так, что, пачку сигарет как сыграем? Ну, смотри, я сыграю на гитаре и спою в основную партию, а пока ты... Пока все подтягиваются, да? Да, ты тогда сыграй на гитаре. Чё это? Солячок сможешь на ходу, сходу подобрать, как ты меня вчера. Давай, играй. Соляк! Нас уже 18... Ты хочешь, чтобы я уже на 1000 человек опозорился тут? Типа того. Ну, давай попробуем. 1000 человек. 1000 рублей тебе заслал человек, надо. Или может для начала по отработанной схеме попробуем? Типа я на гитаре, ты баян возьмешь. А потом типа... Ну ладно, давай, да? Это будет развитие. Дайте мне медиатор. Потом на баян перейдем. Типа... Да. Ну давай, буду пробовать. Кто забрал баян у Раиля? Попозже, ребята, баян достанем, а пока что народ подтянется. На гитаре номер 2 супер соло-гитарист. Вот это соло вы видели? Вы понимаете, какой уровень сейчас будет просто? Рома на баяне будет, говорят. Давай, врубай. Ну что, погнали. А, я там должен начать, да? Да. Ну давай, ну я с Олег-то этот знаю. Только сыграть я его с тобой смогу или нет? Ну давай, готов? Попробуем, давай. 3-4, давай. Я сижу и смотрю в чужое
небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане жар загребать, а без музыки на миру жизни красна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристый оставляет земле лишь тень. Начало, друзья. Народу только сегодня мало. Видимо, уже заколебались. Четвертый стрим подряд. Кто-то еще 1000 рублей прислал, да? Да, четвертый стрим подряд за эту неделю, ребята, прикиньте. Нормально. С Аней был, сейчас все потянем. С Сашей, с Ромой и снова с Ромой. Сейчас все потянем. Можно вообще этот сделать. Всем пятничного настроения. Всем пятничного настроения. Можно рапапам фул версию. Знаю, Рауль может. Спасибо, Зак Муз 007 за донат. Красавчик. Это 5 фунтов, да? Я, конечно, не знаю, в рублях это сколько. Так, донат был от Максима Казаченко. Оксимирон, город под подошвой. Ну, опа, ты жаришь. Нифига себе. Ты такое знаешь? Ну, играл я на баяне. Кусочек, правда. И все. Не, ну я такое точно не сыграю. Точно? Вообще, даже браться не буду. Ну, это прям нереально. Это ё-моё. Ну, ради маленького фрагмента стоит, что ли, взять? Я не знаю. Баян, давай. А ты чисто на баяне играл? Да, я только на баяне играл. Ну, на гитаре оно не звучит. Там 2 аккорда идёт, и все, знаешь. А ты еще поешь ее? Читаю, да. А, ну давай, бери баян. Ну, прям туда бери баян. Ты можешь играть вот эти аккорды. Второй лад. Минор? Си минор? Да, и потом. И соль, да? Ну только, наверное, вот так придется. Не, я уже с транспонентом. А, транспонент, да, давай. Уже. Сейчас. Ну и задачка. Вчера, блин.
текст, да. Но прикол в том, что припев я не пою, я только куплет этой песни. Вот в этом вся беда. Блин, Раиль реально иногда удивляет. Как ты, как это вообще? Да я как-то решил просто... Доли волна личи четко попадает. Да ладно, как это? Так, что-то... То есть 4 такса. Весь мой рэп, если коротко. Блин, ну припев я не смогу просто, друзья. А что там в припеве? Весь мой рэп, если коротко, про то, что... И там еще попасть надо, вот в чем прикол. Рэверу. Че? Ну-ну. Да, погнали. Схемы однотипны, все теперь им сивить смену парадигмы. Мы здесь достигли смены парадигмы. Теперь рад на квартиры. В этот наплодив я смотрю в зеркало по типу. Сколько пятого родил, да я весь рэп порматил. Но все время пути у индустрии нет на тип. Волгардин, стенгардины. Соберите судьбу, победители не судя. Но первые кроманьонцы мы выбились люди. Не пизди, я кладу на вес челюсть пятикратно. Ведь мы выступаем сильно, будто через пятикратно. Ну, неплохо, неплохо. Очень круто. Еще бы выучить припев, и тогда будет. А что сложность в припеве? Как это, ритмика, да? Ну да, непонятно на какой. Весьма рэп, если коротко. Ритмично надо ее правильно делать. Весьма рэп, если коротко про то, что уж который год, который... Вот а, именно, что не так, да. Да, не так, да? Ну, короче, ладно. Да, ну мы сделали. Мы постарались даже в два инструмента. В три. Да не, очень круто, очень если круто. Учитывать битбокс, это три уже. Да. Неплохо. Так, нас практически 1000 человек. Ребят, давайте прожмем все пальчик вверх. А уже перевалили. Пальчик вверх, 1000 лайков и 700, продолжаем. Давайте 700 лайков сделаем. 700. Так. 700 лайков. Погнали. Так, что там спрашивал, я забыл, чувак выше. А, вот, нашел. Рапапам фул версию. Давай, фигач. Че, солировать будешь? А что там поет? Тоже рэп. Короче, я гитарный рэпер теперь. Ну, прикольная песня, мне Мияги нравится. Это из раннего творчества, да. Но тут немало аккордов, поэтому я не думаю, что ты сейчас быстро... Сможешь? О, это же ниже будет, ё-моё. И все, и все одинаково. Окей. Низко будет. Давай я возвращу. А, у тебя не второго каподастра. Есть, вон он. Но у тебя не зажмёт? Ну да. Ну, может быть, эту гитару зажмёт. Ну, и да зачем она в одну гитару прозвучит, что ли? Тональность ну, какая? Ля минор, что ли? Нет. Выше чуть. А нет, ниже должно быть. Ну теперь будет ля. Ну вот это первый аккорд? Или какой-то ля первый? Ля будет, да, ля у тебя будет.
да? Наверное, да. Соль, ми, ре. Фа, да? Фа, фа, ага. И ре, да? Чё так тихо слышно? Нет? Ты ещё громче даже. Давай, а я же как под соляк у меня настроено. Давай, фигай. Ну ладно, погнали. Full version. Скину рюкзак, устал в пути, мутки, лярва, басота, гады, меня примет каменный лес, и так-так, приятно заколют груди, общепринятые меры, я мне подвластен, удаляя нервы, подбит, зная этот город наизусть, без огня он спит, вечно репитом и гонит, болит, давай запоем и давай без обид, ты ж знаешь, полная чаша любви, ее надо испить, узлами прочными, дорогами долгими, убегаем от проблемы, нас никак не найти, сон дал мне тебя обнять, я кручу эти мысли, доверяя пацану, молодому арпарю, я пою от души, ты знаешь, люблю я те славные глаза, расцветают на ура, розы капают с тебя, я начал верить чудеса, я начал все с нуля, уберись без, принимай, как есть, небесный вес, этот маханый кайф, лайфтайм, лай, май, май, нигде this one, боль, бай, хай, лужи под ногами не помеха, мам, я научился летать, и мне теперь все пуху. Пам-пам, ра-ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам, пам-пам, ра-ба-ба-ба-бам, 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 ба-ба-бам, пам-пам, ра-ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам, пам-пам, ра-ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам, пам-пам, ра-ба-ба-ба-бам, ра-ба-ба-ба-бам. Долой мегаполиса блеск, мне подавай мой дом, где среди гор реки да дерево треск. Друзья говорили за стол, это любовь долг ли протяну я без тебя, моя отчизна. Ком-то годовому я облугу, как вспомню кадры жизни. Не было грязи на мази, с миру до темна. Бегали, пили колени, радовались доброму, спал на время. Верни меня туда, где беззаботными мы были, дай мне насладиться, где улыбок непочатый край. На черно-белых фото дети, школьная пора, любили жизнь ночи до утра. Дом бердном и волю цунами по гаражам со свистом детвора носилась по дворам, как жаль, что мы выросли. На сердце лишь останется теплая печаль. Ра-ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам, пам-пам. Ра-ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам, пам-пам. Ра-ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам, пам-пам. Ра-ба-ба-ба-бам, ра-ба-ба-ба-бам. Ра-ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам. Ba-ba-bum, ba-ba-bum, bum-bum. Ra-ba-ba-ba-bum, ba-ba-bum, bum-bum. Ra-ba-ba-ba-bum. Спидометре 200, мы вместе к перекрёстку, бездну громкость песни, ветер в окна, мир так тесен, снова между равновесий, гуаши, проспекты, улицы, здания, обострение, чувство медления, дыхания, Вавилон падет, забытый богом, схорони в руинах дурного много, я лягу на землю, закрою глаза, руки мамы, голос отца, улыбка детей, запах ее, это то, что роднее всего, удалю аккаунт с привычки нас, простоту контакта и выброшу паспорт, на завтрак воздух, табак, мята, пешком к свободе, босым по асфальту, стирая ноги, обгоняя тени, мимо животных, людей, растений, на перегонки с бесконечной вселенной, навстречу тому, что приготовило время. Я запишу и сохраню его в блокнот, запомню все, что произойдет, зарисую на бумаге, чтоб детали не забыть. Я буду жить, оставляя отпечатку, звук и секвензы, по мысли в треках, Logic Book, РК, шнуры, микрофон, битбас, компрессор, рекорд, частоты и волны. Ra-ba-ba-ba-bum, ba-ba-bum-bum-bum. Ra-ba-ba-ba-bum, ba-ba-bum-bum-bum. Ra-ba-ba-ba-bum, ba-ba-bum-bum-bum. Ra-ba-ba-ba-bum. Ra-ba-ba-ba-bum, ba-ba-bum-bum-bum. Ra-ba-ba-ba-bum, ba-ba-bum-bum-bum. Ra-ba-ba-ba-bum, ba-ba-bum-bum-bum. Ra-ba-ba-ba-bum.
много текста. Много текста, я ни хрена не понял до конца про что. Но да. У них, в принципе, такие песни, когда надо наизусть, типа, знать, и тогда начинаешь погружаться и понимать. Да, да, да. То есть... Годами изучаешь их песни, да. Если честно. Они открываются постепенно. Но тут воспоминания про детство, то, что да. Все прошло, там, подрослел, все дела. Друзья, как вам? У меня здесь совсем другой звук, вообще непривычно. Здесь по-своему настроен звук у Ромы. Еще в наушниках я обычно привык себя так не слышать. Мне больше такой голос звук заходит. Голос шикарен, пишут. Все ништяк. Короче, кайф. Круто, спасибо, ребят, большое за актив нас. Привет сегодня из тоже Иванова, немало. Блин. Иванова. Спой вместе с Ромой. Оп, мусорок. Ага. Монетка, благодарю за спасибо. Думаю, да. Монетка это Zipix. Zipix, ага. Ну что, друзья, как успехи, как дела? Я думаю, уже соскучились по новым роликам, но... Я в Москве здесь снял один ролик, он выйдет в понедельник, он уже готов. Осталось только Тиме Мацоне смонтажить ролик, и мы будем вместе выкладывать в понедельник. Поэтому не упустите, давно не было уже роликов, я сам соскучился, я люблю часто выпускать, как вы знаете. Так, поступил 2 доната. Дима, привет из Волгограда, приезжайте к нам, поиграйте на наших набережных. Жилье, машину обеспечу бесплатно, проведу экскурсии, понравится, обещаю, и телефон. Дима, окей, если что... Будем это знать. Если у нас будет какой-нибудь формат, типа, сколько заработает уличный музыкант там, в другой городе, и Волгоград это, в принципе, от моего дома родного, 230 километров. Ты там километров. Бывал, да, уже? Много там, раз. Я его знаю. А там набережная есть, да? Конечно, там весь город вдоль Волги. Там протяженность была 80 километров, сейчас, наверное, километров 100, наверное. Ну, это все вдоль город, Волги, да. Классно. Да, вот. Продолжается Волга. Ну, будем иметь в виду. Так, Сергей, благодарю за донат, исполнен Нэнси Дым с Ментом. Спасибо, смотрим оба канала и кайфуем. Спасибо большое, просто данную без песню денег, не знаю. Вот. За 1000 рублей. Алена, спасибо за поддержечку. Вот это... Две гитары бабахнем. Я, это моя мысль была, и они ее прочитали. Помнишь, когда я садился, я тебе говорил, две гитары будем играть. Я говорил, мы сыграем бездельник. Еще ты видишь, как раз о, еще 1000 рублей. Братуха, спасибо за поддержку. 1000 рублев, нифига себе. Парни, привет, мы так вас ждали. Котики, наркотики, группа Мертвые дельфины. С нас зелень. Дайте ковидным кусочек концерта. Давай. Будем продолжать. Так, ну что, начинаем с этого, что там? Начинаем с бездельника. А ты в знаешь? Два голоса, в две гитары. Да, я недавно учился. Ну, давай первый куплет, я второй куплет. Да. Даже так? Ну давай. Я давно хотел с тобой ее сыграть вместе. Ха-ха, давай. Сейчас. Так. Давай, а так, подожди. Открытие аккорда. Все вспомнил. Включай реверб. Ну давай. Погнали. Я ничего не знаю.
бегу, мама, мама, я везде бегу, я везде бегу, мама, мама, я везде бегу, я везде бегу, мама, мама, я везде бегу, я везде бегу, мама, мама. Мы, по-моему, с тобой ни разу не попали в синхрон вот это. Да. Начинается не так. Саты. А, сейчас. Да. Нет. Да, саты. А я по-другому слышал. Я слушал оригинал, мне казалось, вот так. Нет, там саты. Так что ли, типа? Только. Да. Наверное. Короче, забей, примерно одно и то же. Да, да, да. Ну ты просто с ми начинал, а я наоборот с этого. Да, с да, да. Но у нас получается везде такой тоновый прикол. Тоновый прикол, да. Так, еще донатик был от Денис Комиссаров. Благодарю за донат, красавчик, за поддержку. Спасибо, крылья, парни. Да, сделайте красивые крылья на утюг. О, кстати, его можно на баяне тут же сделать. Дайте, да. Сделаем. На очереди песня «Мертвые дельфины», но «Котики-наркотики» я прям очень давно уже не пробовал. Не, тоже не знаю. Я вот знаю «Город», накрыло одеялом. Не, ну если что, «Мертвые дельфины» уж как вчера бабахнем. Нет, уже эту я не вспомню. Поэтому давайте «На моей луне». Подпоешь? Может быть, ну я, конечно. Тут еще и третий. Блеск, блеск, блеск. Что это значит? Баяни не знаешь? Не пробовал, в смысле. Хорошо. А ты в этой, что ли? Ми минор. Ой. Давай на полтона ниже. А как потом? А что они-то? А я думаю, что так высоко вчера было? Оказывается, ты... Я в реминоре. А я что делал, на баяне играл, что ли? А, не, просто пел, я просто пел. Ну тогда пой. Я не знаю ее вот это, наверное. Не, не, давай, 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 пой просто. Вдвоем поем, да? Снег. Да. Давай, пой тоже. Полегче тебе будет. Снег сможет меня согреть. Ты помоги ему душу мою отпеть. Здесь некому будет сном, белым к тебе приду, в мысли твои войду, там для себя приют найду. На моей луне я всегда один, разведу костер, посижу в тени. На моей луне пропадаю я, сам себе король, сам себе судья. Свет белым лучом в окно, сколько ему дано, мне уже все равно. Но голос надежды вновь машет своим крылом, падая вниз дождем. Опять вхожу в твой дом. На моей луне я всегда один, разведу костер, посижу в тени. На моей луне пропадаю я, сам себе король, сам себе судья. Этих волшебных глаз околдовал меня, будто бы в первый раз.
Я их понимаю, смерть. Я обниму рукой, и только с ней одной я поделюсь своей мечтой. На могиле я всегда один, разведу костер, посижу в тени. На моей луне пропадаю я, сам себе король, сам себе судья. Забыл, что у тебя на полтона же ниже. Нормально. Нормально, да, но этот... В смысле, можно было в ре? Шатко. Да, можно было. Нормально, нормально. ВК не работает, но в смысле не работает. Ну-ка, проверим. ВК не работает? Полетел, говорят, видимо. Врут? Ага, не работает. Ну и нормально. Ну, главное, чтобы YouTube работал, остальное не важно. Паха, большое спасибо за донатик с бегемотиком, очень приятно. Ну что, крылья, и еще прочитаем, давайте, донаты. Крылья, запомни, крылья. Да, запомнил. Колька Попович давно хотел написать сообщение гитаристу: дружище, не обижайся, но махая гривой, ударно бить по сторонам, не скрывая твои недостатки. Окей, мнение есть мне. Ну, наверное. А мы сегодня просто оба гитариста, я не знаю. Ну, если мне, я принимаю на свой адрес. Мне посрать. Я бы тоже махал, если бы у меня такие волосы были. А какие у меня тоже? Ну, у тебя покруче. Я отрасту, а я отращу сейчас и тоже буду сам делать. Юлечка, шел второй день, мы слушали как могли. Спасибо, хорошего нам всем вечера, кайф. Да, я видел комментарий, что... Уже 2 дня вы не можете ничего не делать, кроме как стрим смотреть. Отдых по полной программе. Это круто. Спасибо большое за донат. И чувак под ником H. Regis. Правильно? Да. Спасибо большое за 1000. Добрый вечер. Сможете что-нибудь Константина Ступина? 1000 рублей, братуха. Круто. Спасибо за поддержку. Спасибо. Но я пока не пою Константина, но я видел ролики, я слушал его песни. Даже, наверное, до того, как... Немного люди... Вот я почему тоже ступу никогда не играю. Я... Вы понимаете, что у него как бы прикол в его фриковости? Ну, то есть, когда это исполняется вот таким, так сказать, алкашом с этим пропитым голосом, там, вот с этой вот темой, это имеет фактуру какую-то. То есть, для него, ну, такое... А вот, не знаю, ну, мне никогда бы не хотелось спеть эти песни, и, блин... Ну, мы же каверим, возможно, ну... Ну, это, мы каверим... Это рок? Или... Да это хер поймёт, что это... Панк. Алкопанк. Ну, нормально это. Ну, пока что, блин, я не могу, конечно, спеть Константина, но донат был на 1000, я даже не знаю, что тебе спеть. Ну, что-нибудь прикольное придумать. Скажи в чате, да, что-нибудь другое. Давай, короче, «Русскую дорогу», давай я сажусь туда. Да, мы что-нибудь досыграем. Так, прочитаю все комментарии по порядку, а потом начну исполнять. Дэйфи Лейм, привет, денег немного на заказ песни, но если не сложно, не могли бы сыграть Михей Джуманджи, «Сука, любовь». В принципе, могу. Очень душевная песня, если не хватает денег или неудобно, то не надо, просто поддержку. Я не такой человек, чтобы прямо там исполнять только вот... За 1000 поставил планку и все. Я могу исполнить просто так, взять даже из чата, когда есть время. «Сука, любовь» вполне можно. Если будет время, потому что просто сами понимаете, что люди отправляют по 1000 рублей, будет им обидно, если мы будем херачить, ну все. Если не будет какой-то затишье. Я обычно вывожу, у меня получалось, поэтому если что, хорошо, смотрим. Запомнили, да. Квассо, благодарю за двойной донат, за 2000 рублей, очень приятно, и если это не баг, конечно. Нет, это не баг. Квассо, спасибо за деньги. Вот, два раза «Русскую дорогу». Лирика. Дениска. 1000 рублей, братуха, спасибо. Спасибо. Пойдем по порядку, наверное. Давай. С крылья. Крылья. Садись за баян. Давай. Крылья. Давай. А погоди, тут тут понесла. Магомед Дениев, благодарю за 1790. Ни хрена себе, он еще 20 спасибо. Евро пошло. 20 смотри. Евро. Белый танец, пожалуйста, пытаюсь разучить. Круто. Все, исполним, запомнили. Андрей Волков, спасибо. Крылья, белый танец. Ну, короче, понеслась. Спасибо. Понеслась. Давай, крылья исполняй. Давай, ты баян бери. Так, вот здесь тогда тебе убавляем, да? А мне там я прибавлю. Ну, можешь. Опа! Не ожидали, здравствуйте.
Отжали канал. Все. Так. Ну нет, так нет, сделайте сами, что хотите. Вот этот. Вот хорошо. Мы хорошо. Просили очень метель ДДТ. Может быть, вместо ступина ДДТ сделаем метель? Ты много чего мы можем вместе сыграть. Ну, короче, мы делаем. Раз, два. А, ты ж тихо себе сделал, да? Сейчас я тогда тут по. Просто. Да не так и громко у тебя здесь, оказывается. Ну, смотри. Акрилия, откроешь текст? Конечно. А, текст тебе открой, да? Вопрос, кроме Раилю. Как преподавателям гитары, почему Раиль иногда берет ей мизинцем, безымянным пальцем, иногда, как обычно? Если это какая разница? Нет. Как удобно получается. Допустим, если предыдущий аккорд у меня был на барре, вот таким образом, да? Я просто убираю этот и съезжаю таким. Короче, образом. Смотри, если ты учишься, если ты начинающий, то желательно брать аппликатуры классическим методом, потому что идет обучение. Вот, это не просто так придумали. Когда ты уже профессионал, твоя задача зажать эти три ноты, чтобы они четко звучали. То есть, если ты только учишься, делай четко по схеме. Если ты уже могешь, ты сам почувствуешь, как можно изменить, чтобы. Короче, звук. Самое главное, правильный звук. Просто. Да, в идеале ты должен вообще зажимать любыми пальцами, да, как хочешь, эти аккорды, да. Да. Хоть двумя первыми, хоть средними, или даже вот мизинцем и безымянным. Мне удобнее после аккорда, допустим, чтобы не напрягаться, там средний брать, я играю мизинцем. Вот и все. Я съезжаю с барре на. Ну, вот здесь. Потом покажу. Пока неудобно. Какие дела? Там сейчас сообщения будут исчезать, надо поэтому быстро сделать. Нормально. Просто вот так пусть будет. Ребята, мы сейчас не видим ваши пока сообщения в чате, потому что мы открыли. Сейчас впервые попробуем вместе сыграть крылья Наутилуса. А давай какой-нибудь солячок ты сможешь попробовать? А там какой солячок? Какой-нибудь. Смотрите, вот просто. Вы видите, что он творит? Тоже из брата, да? Да? Вообще, что творит? Я ему напел. И он просто взял и сыграл. Вы просто... Вы просто влупите, что происходит. Вот. Ну, давай, сразу, с красоты. Готов? 3, 4. Еще. Я косячу. 3, 4. Без аккорда. Да, да. Оу, аккуратно, разнос. Да, туда сейчас большая чувствительность. Давай. 3, 4. Снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене. Я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья? Нравились мне, где
тебя денег, не спрашиваю, сколько мужей. Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей. И если завтра начнется война, и все здание будет в огне, мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Мать твою, реально что делает? Что он просто вообще, вообще ты круто, блин, Раиль. Я не удивлюсь, если сейчас какой-нибудь мудак найдется, знаешь, который напишет «Лажанул», знаешь, в третьем ладу, блин. Просто вообще, что он сделал? Он просто берет и рука-лицо, реально, вот чувак пишет, как так? Вот кто соображает в музыке хоть чуть-чуть? Они вот просто... Я не то, что эту песню... Они вот с такими шарами сейчас смотрят, такие думают... Не то, что эту песню на гитаре не играл. Ладно, там спеть как-то можно, даже на баяне. Так я что и говорю, что просто... Перепрыгнул сразу. Да, мой чувствительность большой микрофона, ну, это ж уже другое дело. У нас же нету звукорежиссера. Да, ну да, чуть-чуть было, чуть-чуть было. Для левой руки много, потому что ты же ее настроил под гитару. Ну что, меняемся? Что там было? А вот мы не успели, видишь, исчезло все. Ну, нет, так давайте, Костя, сделайте, что хочется, это мы запомнили. Сын. Так, котики-наркотики, да? Мертвые дельфины сыграли это мы. Мы сыграли, ну там что-то еще было. Так мы дофига вообще. Дай посмотрю. Сейчас, давай, где, вот тут у тебя, да? Нет, это не исчезнет, там быстренько поднимись наверх. А, вот здесь? Нет, там прямые трансляции, вверх крути. Это... Мурома, уроки любви. Привет, мы из сейчас Мурома, не спасибо. Успеем, да? А, все, исчезло. Исчезло. Блин, друзья, напомните, вот в суперчате, какие там песни были, очень хорошие запрашивали. Ты думаешь? Там, «Белый танец», мой авторский. А, «Белый танец», да, твой. И еще что-то. Давай сейчас... «Белый танец», пока я не забыл. Давай сейчас, то, что пока я здесь сядем, вот давай для... «Русскую дорогу», лирику сыграем и сядешь. А вот для того чувака мы что должны сыграть вместо Ступина? Ну, что хочешь. Вместо Ступина давай мы сыграем тебе, бро, что-нибудь. Что мы играли? Из такого. Вот не помню. Давай вот конкретно. Мы подумаем потом, пока ты сыграешь свой «Белый танец». И мы вот мы лирику знаем, знаем. Русскую дорогу две знаем. Две надо сыграть тогда. Две давай сыграем, давай, и потом ты свою. Русскую дорогу и для него. Давай. Русскую дорогу. Давай, русская дорога. Давай чуть-чуть ее медленнее, чем вчера. Куда? Мы слишком медленно играем. Не. Ты ее не успеваешь. Очень быстро играю. Я не успеваю. Я не успеваю словами. А, мы «Лесника» очень медленно играем. Да, имеется в виду. «Поплачешь о земле, ничего, понимаешь?» Давай, вот так где-то. Да, нормально. Очень медленно. Нормально. Смотри. А, ну чуть-чуть быстрее давай, да? Ну давай. Раз, два, три, четыре. По плачущей земле, не чуя сапогов, обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом. Ночуя в буераке за калиновым кустом, нам отдохнуть нельзя, бегом. А наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не открывая глаз. И только русские дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою.
одета в самый глаз. Через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые паузы нам на выручку спешат. Отдохни, умри, горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою, поманим тоскою. Природа на войне, нам как родная мать, но есть время хорониться, есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городах, узнали, что наши подруги разбили пух и прах. Порвали на куски, разволотили кран, и добивая обещали стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем, это мы вперед идем. Вместе с голодами и лесами впереди все станет. Просто нам завещана от Бога русская дорога. Кайф. Чуть-чуть я под конец убавил, надо бы с самого начала. Ну, гром, это голоса просто не слышно. Если я баян, себя тоже гром... не слышу, кстати. Вот тебя ну, слышу. Просто... Мой голос только слышу. Вот не, это, ну, баян кажется... сейчас орал прям сильно. Ну, не знаю. Но, конечно, тебе хочется, чтобы он еще сильнее. Не, я вот свой голос вот здесь не слышу. Могу я прибавить. Твой голос слышу. Ну, ты сейчас садится. А, мы ну, еще я сейчас лидирую, давай... поэтому нормально. Ну, мы же поменяемся. Сейчас поменяемся. Давай посмотрим быстренько, пока все это не исчезло. О, Дмитрий Пузанов. Пузанов, спасибо большое за донат. Спасибо, 1000 рублей. Новый спонсор. И он же спонсор у тебя, чисто не поддержка. Чисто поддержка. Вот это красота. Еще один спонсор. Закмус 007. Вообще красавчик. Круто. Пацаны сегодня спонсор. Тебя поддерживают. Вот пора давно. Пора давно. Пора давно. Раиль катается везде, ездит по разным городам. Все. Так. Дайте модерку, плиз, я за чатом послежу. Рома, сори, сегодня не смог приехать. Модерку, ну дай ему, как там три точки надо нажать, найди его комментарий. А где его комментарий? Напиши что-нибудь. Напиши сейчас быстренько. Забаним тебя сюда. Так, что мы играем для чувака, который... Мы играем лирику. Лирику сейчас играем. Да, лирику потом подумаешь. Лирику мы можем, ты солекнешь на гитаре, может? Ой, блин, это я на электрогитаре еще мог бы, ну в смысле. Ну давай, ладно. Сейчас, Амберский пока напишет что-нибудь. Привет, Чуваши. Смойте где-нибудь. А у тебя здесь вообще... есть вот этот модератор уже есть один? Есть, да, один, Дмитрий. Его уже другой модератор забанил. У них там борьба. Ну давай, ладно, давай. Вон, пишу комментарий. Ты... Пишешь ты комментарий. У нас ничего, сегодня Владимир пусть тоже поможет. Где? Выше. Вот. Заблокировать, да. Так, поехали. Лирику, что ли? Ну давай. Блин, это придется с каподастрами играть. Ты вчера же сыграл, нет? Да пытаюсь. А, это не ты был, точно. Ну давай. Ну давай, готов? Давай. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь, ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мной, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь.
постели напомнят про счастливую ночь. Эротичный лунный свет запретит сказать тебе нет, и опустится плавно на пол все твое белье. Шум деревьев и ветер ночной стон заглушен твой и мой, и биение сердца пылающего адским огнем. Иди со мной, забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. А-а-а, нас окутает дым сигарет, ты уйдешь, когда станет рассвет, следы на постели напомнят про счастливую ночь. Сома! Сияние луны, как прекрасны мне, так нужны. Кровь тяжелым напором ударит прямо в сердце мне. Груди плавно качнутся в ночи, слышишь, как мое сердце стучит. Два пылающих тела сольются в ночной тишине. Ты со мной, забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Закутает дым сигарет, ты уйдешь, когда станет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Соло для пацанов в чате! Они нам смайликов! Оу! Начал там последний раз. Ну, все хорошо, да? Да. Да? Бедра. Твои вот. Бедра, да, точно. А, пацаны, классный. Когда играет и гитара, и баян, у баяна более жирная основа. И поэтому гитара, естественно, остается только шелестение какое-то. То есть вы слышите ритмику, которую она дает, и типа хэт на барабан. Цк-цк-цк. То есть это нормально, что ее обертон, который без баяна, вы слышите, пропадает, как бы съедается баяном. То есть невозможно. Бараном съедается. Да, я тоже хочу сказать. То есть баян и должен лидировать. То есть он немножко, он как бы жирнее, понимаете, по плотности. Подписчики, видимо, привыкли к звуку гитары, потому что большинство здесь играет, и они не понимают, какой баланс должен быть между баянами. Да, баян не может звучать, как этот пиликалка маленькая. Да, она должна, не она же сама по себе. Он же... И, естественно, кто-то должен у кого-то частоты жрать. Баян плотнее, он жрает. Это не значит, что надо громче гитару делать. Это говорит о том, что просто... Кайфовать надо. Не, но на сведении, если так погружаться, то можно вырезать частоты, которые в гитаре, поднять их в баяне и слепить. Но у нас здесь нету... Мы тут не сидим, знаете, тут всякие пульты, звукорежиссеры, первый канал, и мы тут такие в эфире. Так. У нас круче, чем... Да, у нас круче, у нас все поживое. Вот. Так, все, исполняй белый танец, а потом вернемся. Давай, вот еще Би-2 Варвара, 1000 рублев, S-King, да? И все, блин, ребята, вы сегодня Раильчика поддерживаете круто вообще, молодцы. Да, читай. Давай. Сегодня он не успевает ваши донаты читать. Вот это тебя сегодня пацаны поддерживают. Вчера меня просто жестко поддерживали все. Так, друзья, огромное спасибо за поддержку. Это очень приятно. Всегда бы так. Так, да, я убавлю. Да, да, это вот тут. Я себя очень громко слышу. Вот. Да, я здесь прибавлю.
Так, давайте почитаем ваши сообщения, пока не исчезли. Apple IT, мужики, очень громкий баян, Раэль, пожалей Рому. Рому можно не жалеть, он всегда вылезет, даже если играть в три форта, его всегда будет слышно. Вот Я разору. Сравните вчерашний звук и сегодняшний, он будет сидеть во второй роли, по сути, сегодня. Ну, из-за не таких мощных микрофонов, и все равно он будет громко звучать, сами увидите, услышите. Игорь, вечер добрый, кто бы что ни говорил, но песня «Комбайнеры» у Растеряя мне нравится больше, спасибо за хороший вечер. Я эту песню добавил к себе в закладке, помню, в Казани, так что, возможно, в будущем даже уже скоро выучу. Погнали, почитаем комменты, которые вот кидали в основной чат. Румасик, обращаясь к тебе, не хотел бы стать Dead Inside и сыграть Токийский гуль. Вы думаете, он знает такие слова? Я узнал только слово «Румасик». Что за Токийский гуль, что за Dead Inside? Токийский гуль, но я видел, что там этот Акстар что-то играл. Да, это же я играл на баяне. Ты играешь на баяне. Ну, то есть, они музыканты, типа задрот, ну, эти, ну, умеющие. А я же, вот. Он даже я всегда пою, я как... Он, наверное, не как фингерстайлист, хочешь сказать, а просто по приколу написал, потому что Dead Inside — это чувак, который, ну, типа... Объясните, ребята, Dead Inside, кто такой, это новый термин, который сейчас стал популярным. Как я его понимаю, это типа мертвый внутри. Dead, типа мертвый, inside внутри. Не хочешь так сыграть Токийский гуль, чтобы он нахер сдох, чтобы о нем забыли, прокляли его. Что он имел в виду? Констант, так и просится песня «Дайте мне крылья», утопаем. Ну, по-любому она будет, так что не беспокойся. Спасибо за донат. Я думаю, еще кто-то на нее точно задонатит. Федор, «Белые облака», Парвиз Назаров, благодарю, но не знаю такую песню. Артур Сабиров, здорово, жалко, что Макс с 350 символов. Ромка, я тебя люблю, брат, я прошел твою школу, подсел на нескучного саунда, я знаю, куда развиваться, и много всякой интересной теории. Коротко, спасибо, Раэль, ну ты тоже молодец, хороший музыкант, бла-бла-бла. Сможете ли сыграть «Мы хотим танцевать Цоя»? Я знаю такую песню, но... Это да, но у нас сегодня много еще других вариантов, допустим... Да, мы запомнили на всякий случай, если будет простой. «Суку любовью» я еще, если что, спою, я обещал. Да. Эйчинг. Да, Эйкинг, Варвара Би-2. Привет, крутые парни, классно играете, спасибо, Варвара, да? Рублев, да. Тёма, ребят, сыграйте, пожалуйста, «Нойз и мое море». Посмотрим всегда. Давай ты по очереди. Что ты сейчас все? Ты... Я прочитать хотел. Да не-не-не, давай фигач. Пой. Белый танец я должен. Давай, точно. Белый танец, потом все. По мере поступления читай. Ну давай, так и сделаем. Так, на полтона ниже буду. А что, по приколу попробуй на полтона ниже. Давай. Включай там, реверок. Что тебе за тональность там? Ля минор. Ля минор. Ты прям оригинален. Спасибо, что скажу, что хоть одна песня у меня в ля миноре. Все остальное максимально сложно. Погнали. Мне предстоит сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близка ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться разбитым экипажем близ берегов Атлантиды, зацепившись кормой от войскал и мысли, чтобы я мог встречать тебя одну, спрятавшись под белым пледом и снежных историй. Мы находили поиски этих людей виновных, и чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодолею все, чтобы тебе касаться. И нас с тобой закружит этот белый танец, назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто понять. И нас с тобой закружит этот белый танец, назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставит на сотни звезд, ты улыбаясь, твои завидные, люблю ко мне прикасаясь. Мы изменились, но нас что-то осталось. Наверное, то, что я однажды тебе полюбил. Немного
немногословны. Только давай не говорить два человека, кто из нас более псих. Слова, написанные на песке, не смоет прибой. Океан в тебе, в который нырну с головой. Спрятавшись под белым пледом из снежных историй, мы находили происки этих людей виновными, чтобы не твердили нам с тобой о дистанции. Преодолей все, чтобы к тебе прикасаться. И нас там возят, кружит этот белый танец. Назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, он будет с неба капать. Оставить нечто большее, чем просто память. Ты ее слышал уже? Да, конечно, да. Хорошая. Да, спасибо. Роман, хочешь, гитара с нуля, хочешь, я твоим спонсором ставлю. Ну, это же твое дело личное. Но я хочу, да. Так. Ну что, двигаемся дальше. Ну, все это я прочитал, как бы, да? Ну, Варвара Би-2. 1000 рублей человек отправил, нифига себе. Павел, еще 500 рублей. Спасибо, вы крутые. Спасибо большое, да. Спасибо, братуха. Ты не дал мне дочитать же, да? Почитаем, что ли? И потом Варвару. Роман, что значит соло для пацанов с чата? Жена сидит рядом и говорит, а как же для девушек? Смотрим ваши стримы второй день. Она только знакомится с вами, я уже давно вас смотрю. Знакомь правильно, преподноси нас правильно. Сори за наглость, всего 300 руб. Но вдруг повезет, и Рому исполнит надежды Кадышева «Широка река». Широка река. Повезет. А для пацанов соло, для девчонок воздушный поцелуй. Вот, Раиль. Вот так надо. Давай. А, вот так, да. Хотя, понимаешь, тут двоякая ситуация, Санек. Ты же понимаешь, вот... Не, для девчонок надо тоже соло. Как-то некрасиво получается. Что за поцелуйчики мы шлем? Вот у человека своя там... Жена же рядом сидит, ну да, понимаешь? Как бы. Вот и непонятно, поставил нас неловкое положение, понимаешь? Окей, все нормально. Максим, спасибо за душевный стрим, ребята, вы супер, спасибо. Семочка, опа, я услышал, что Раилька умеет играть токийский гуль на баяне, жду. Ну, надо все выпуски чат-рулетки смотреть, чтобы знать об этом. Андрей, кстати, баянных выпусков не так много, 6 или 5, так что посмотрите, они все уже к миллиону приближаются. Андрей, привет, ребят, сыграйте, пожалуйста, Монако. Вот Рома знает, кстати, он учил ее. Дайте мне солнце, Монако. Я только такое играю все время. Только такое. Сегодня мы поменялись ролями. Давай я только Цой, это теперь это поеду. Нет. Dark Dream, Евген, спасибо за донат. Красавчик. Привет, споете песню Султана Лагучева «Горький вкус». Ну, Рома тоже такие песни поет. Я тебе припев спою. 1000 рублей. Спасибо. Спасибо. Ну, начнем мы с Варвары. Да, вот это я знаю. Ты подыграешь на гитаре? Конечно. А ты что, на баяне можешь? Нет. Ну, в смысле, могу, но зачем я хочу спеть? То есть, да? Ну, я буду без... Как грустно и очень обычно все вышло. Ушла от меня и в ночь теперь слезно кричу. Мне просто обидно, шаги одиночества слышу. Страшно подумать, и вряд ли я жизнь доживу. Варвара, ой-о, Варвара. Ага,
готов был бежать на край света. Но ты изменила сама, ты туда удрала, порвалась струна, и теперь моя песенка спета. И жизни мне нет, вот такие дела. Варвара, ой, о, Варвара, ой, о, Варвара, ой, о, Варвара. Когда-то был счастлив, а счастье так и ушло. Было такое, сам видел. За счастьем несчастье так грустно, вот так и пошло. Покатило там все, падать начало, разваливаться. И ждать на крылечке уже бесполезно тебя. Да и другие девчонки уже стали заходить между бутылочками там. Ох, как далеко, далеко, далеко от меня. Я на пятом этаже живу, а ты ж на седьмом, шестого полгодичка. Эй, Варвара! Ой-ой, Варвара! Ой-ой, Варвара! Ой-ой, Варвара! Нормальный рэпчик там. Ну, красава. Типа йоу. Разнообразил. Юлечка, девчонки не любят воздушные поцелуи, девчонки любят соло на баяне. Какой тонкий комментарий, а. Круто. Альбина, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет Полине. Полина, привет от Альбины, от нас. Она сейчас вас смотрит. Раиль Берер Мунута Таршежер Башкар Эля Биг Сур Рахмет. Нет, эту строчку надо было Роме прочитать точно. Да. А, ну, давай я попробую. Давай. Я не успел понять, что это. Вот отсюда. Добрый вечер, передай, пожалуйста, привет Полине. Она сейчас вас смотрит. Это я понял. Видишь, я перевожу сразу. Сразу, с русского. Раиль Берер Манлы Татарча Жил Башкар Зазэле Бигзур Рахмет. Неплохо. Грубовато, но надо мягче. Естественно. Ну чё, сейчас дойдем, обязательно исполним. А что мы должны? Варвару исполнили? Мы должны что-то сыграть, вот это то, что мы сами хотим. Помнишь, тысяча чувачка, рублей, да? Человек, да? Тысяча рублей, целых тысяча рублей, целых чёрт. Так, сейчас чат просто... Инопланетянин, спасибо большое за донат из окна, но из МС. Помнишь песню? Ну, я ее не играл, но ты, я уверен, знаешь. Но я тоже давно не играл. Из окна, блин. Но там Нойза тоже просили. Давай сейчас ты спой из окна, а потом что-нибудь я сяду, чтобы ты на баяне, и мы споем для того человека, который вот этот. Что-нибудь, чтобы с баяном и гитарой, чтобы разнообразие было. Хорошие слова тут просто. А как его переделать? Да никак. Не надо. Искал. Ну что делать? Да, ну а что? Из окна. Давно не пел, прям очень давно, лет 7, может. Пробуем. Будешь играть? Или нет? Да, смысла. В рот я искал ваш первый канал, и второй канал тоже в рот искал. Третий канал тоже тот еще кал, да и четвертый, если честно, я смотреть бы не стал. По мне, что пятый канал, что шестой, такой же отстой, как седьмой и восьмой. Девятый, десятый, пять, пятидесятый, куда ни включи, кругом одни негенераты. Сколько кнопками не щелкай на пульте, нормального ничего не показывают нигде. Я так устал от этого всего говна, и поэтому из окна.
акустичного номера твоего. Я телевизор выкинул на авто, авторитетом местного, ну и что? Я рок пизда и детина из окна гостиничного номера твоего. Я телевизор выкинул на авто, авторитетом местного, ну и что? Я рок звезда и детина. Прыгнул с крыши Геленвагена, ха-ха-ха-ха, смотрите, какая вмятина. Прыгнул с крыши Геленвагена, ха-ха-ха, смотрите, какая вмятина. Дальше уж не будем. Ну, окей. А вот этот «Привет, Самара, Волгоград» не знаешь? Уж не особо. Ну, типа там рэп. Привет, Самара, вы то из Саратова, то из Волгоград. Я крайне рад сегодня к вашему городе играть. Я где-то, ну так. Я плохо. Только не был. Ну да, надо знать. Сложновато, да, много сейчас косяков. Ну, такая ностальгия, да, по этой песне. Да. Ну, такая музыка музыкальная, по крайней мере, кстати. Там даже скрипка звучит, я помню. Ну да, заявочки сегодня интересные, получается. Но сыграем сейчас. Павел, спасибо большое за донат. Знаете песню Сапунов «Звон»? Если нет, обязательно послушайте. Спасибо за стрим. Давай послушаем. Спасибо сейчас. Тебе. Потом послушаем. Ну, в смысле, дойдем до этого. Не играть-то не обязательно. Ну, окей. Послушаем. Ну, я даже не знаю, кто это. К сожалению. Ну, может быть, хотя бы включим на чуть-чуть, хотя бы понять, что там. Может, там все просто и красиво. Может быть. Что ты сейчас хочешь? Что мы можем на гитаре и баяне сыграть? Что? Ну, мы вчера что-то играли интересное. Ну, не знаю, Лесника. А «Метель» мы не сыграем? Не знаю, вполне можно сыграть. Ну, хочешь давай Лесника? Можем «Руки вверх». Мы играли, помнишь? А какую песню «Руки вверх»? Которую на свадьбе там в ЗАГСе разыгрывали. Это мы шутковали же. Ну что ж. Ну давай, давай. Давай, короче, меняемся. Пусть. А ну, пишите, что сыграть, «Метель» или «Лесника»? «Метель» это ты сам уже придумал. Тут, наверное, «Метель» зайдет. Ли. Понимаешь? Ага. То, что, наверное, им хочет. А, я потом еще «Солнце независимо». Не, ну «Солнце независимо» не, это слишком. Это наша тема. Гитара снулянская. Потом татарскую еще надо будет. На баяне сразу. Давай, мы сейчас с тобой сыграем совместную. Ну давай, я на баяне, давай татарскую. Там даже донаты кидать. Да еще бы, Лесник давай. Уж выиграет по-любому. Я знал, что так и будет. Так, ладно. Хоп. Хоп, мусорок. А вот многие «Метель» ну, пишут. Сейчас... Да, «Метель». Может, без перестройки, только так. А, ты ж не сможешь без перестройки. В наушниках, что ли? Я могу одно ухо. В смысле, как ты без перестройки? Не, это для. Только не так медленно, как вчера, давай. Сам как хочешь. Я начну. Ты просто аккорды. Давай. Блин, опять я буду путаться. Вот, блин, с каподастром очень, ну, лады, короче, путаешь. Ну давай, поехали. Попробуй. Да начало-то я не, мне вот это. Сейчас. Короче, определимся. А мы будем? Нет, мы это не будем, сразу три куплета. Не будем, подряд, да? Да. Только в начале играем. Хорошо, давай. И погнали. Раз, два, три, четыре. Thank you.
Я выпил все силы, он не истекая, ночлега попросил. С улыбкой добродушной Сталин меня пустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Будь как дома будник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Старик сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему под камень-нибудь боков. Эй! Будь как дома будник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Ночи завыли под окном, старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с рыжим на перерез. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, есть. Будь как дома будник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Это еще на полтона, да, выше становится в конце? Да, на тон. Типа вот так, и потом... Не, на тон. Было ля, стало си. Нет, в конце вот сейчас... Не, не, опять к ля возвращается. А обратно? Опять ля, да. Да. А... Ля фасоль. Это все исполнили. Так, на баяне татарскую просили, я помню. Сейчас давайте сыграю. Про меня Dark забыли, Dream. Dark Evgen, это что? Тут что за... просто ниже спустись. Dark Dream где-то был. Да, нет. Еще ниже, что ли? Нет, это уже другой день. Нет, не туда идешь, это уже другой. Dark Dream, а где ты был? В общем чате? Или где? А, вот, вот, вот. Султан, Султан Лачев, горький вкус. Да, я сейчас за гитару сяду, сделает. Потом... Да, это он сейчас сыграет. Вот. Татарскую? Татарскую просила, я помню. Давай, я исполню. Сейчас. Давай метель, может, сыграем? Или попозже? Ну, можем, ну, надо же заказ сначала выполнить, татарскую, пока я не забыл. И потом метель, тогда ну, давай, сиди, фигач, фигач, сиди метель. Тут, да? Давай, татарскую прям. А, ты же прям здесь будешь, да? Да. Давай. Яшисын күңгілім түрінде Нұрсебі барасын юлыма Болқисын күңгілім түрінде Мен сені өмірім бойына Құшықла барымын жерлерде Үзілсе барысын юларым Үрінмін мен көпір гүллерде Сені қымырым бойына Құшықлам барым өнжелерден Үзілсе бар сыйларым Құрынмым мен көпір гүлерден Класс! Соло для девчонок! Біз екі айрылмыз барқына Біркімді кір алмыз сараға Бүлір біз сүйкеге Шиде отлапты солса ярыға Мен сенің ғымырым бойына Ұшықла барым жерлерден
жив шабор сиуары, курым мигу бір гүлерді. Мен сені хымырым бойында, шықлам барымын жилерді. Жив шабор сиуары, курым мигу бір гүлерді. Офигенное соло, вообще красивая мелодия, очень круто. А, давай тогда, согласен. Давай что, а что мы там? А мы не исполняли? Исполнили, да. Ну давай фигачи вот это, горький вкус. На чем? На гитаре надо. Ну давай. Не, ну давай с тобой, раз сел за баян. И потом уже перехожу, я исполняю, вон там карие глаза просят. А, ну давай, а что со мной? Ну со мной... С тобой. Ну у нас же есть в репертуаре что-то, да, интересное? Да, что? Да, ну может быть... Че, метель, ты думаешь, не сыграем? А этот... Ну я уже соло не помню. А какая? Прошала, вспомнил. А! Что мы еще исполняли? Лепреконцы, любую песню зайдет. Думаю, всем зайдет. Я понимаю, что 200 рублей не серьезно, но в любом случае спасибо за стрим. Спасибо тебе. А ты знаешь этот... Ну, не знаешь, когда мне было 10 лет? Ну, так, но я не пробовал исполнять. А, порнофильмы наверняка потом сдонатят, да, не будем пока исполнять. Да. Нет, а чё, давай что-нибудь популярное, почему метель? Ну, имеется в виду, более весёлое. Давай что-нибудь. У ДДТ? У ДДТ более весёлое? Это всё хочешь? Давай это всё бабахнем. А у ты? Ари. Ой, ДДТ. ДДТ, это всё под баян. Попробуем? Если откроешь текст, я просто не пробую. А как это все? Да, ну... А, у тебя другие. Вот, да. От метель, тот же самый минор. Просто какую-то мелодию не получится? Какую? А вот какую тебе нравится, Лена, смотри. Хотелось это все, конечно. Не, хочешь это все? Да, давай. Давай, все лучше. Давай это все. Ну давай, тогда импровизируй. А, текст, может, откроем? Или ты все полностью? Я помню, знаю. Ты не знаешь? Ну, на всякий. Так, бас меняем. Это звучит как классика какая-то. Шопен, там, Мендельсон. Готов? Да, давай. Побледневший листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет. Ну можешь просто рэп брать. Или давай рэп просто там брать, чтобы ты не путал. Вместо фа диез везде рэп, давай, понял? Все, погнали. Давай заново. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем, пять минут до утра доживем. Наше море вины поглощает. Дыра, это все, что останется после.
после меня. Это все, что возьму я с собой. Память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене, окольцованной черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. После меня это все, что возьму я с собой. Две мечты допечали знаком, мы воскреснув добили до дна. Я не знаю, зачем тебе дан праведную дорогу луна. И не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, не прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Я просто с ЕМом везде играл, типа, если по этой форме, кстати, да, тоже прикольно. Очень круто. Вот, пожалуйста. Привет, Сахалина. Вот, здорово. Так, ну садись, привет. Садись, да, сюда. Давай. Так. Класс. Так, тебе сразу давай тише сделаю, да? Да, давай. Так примерно у тебя. Это все. А ты здесь делал тише, да? Не, ничего не делал, вообще не трогал. Да ладно. Да, да, да. Ага. Друзья, как настроение? Пишите в чате, как поживаете. Очень хороший онлайн сегодня, прям очень приятно, классно. Вчера было тоже много людей. А, надо было ограничение, конечно, чата поставить, которое я обычно ставлю, там, 30-15. Так раз, Саци, вам надо объединиться в одно целое, мой вам поклон. А мы еще не объединились? Спасибо большое, Закмур, да, уже объединились. ДДТ, ты не один или нет, или да? Я знаю такую песню, я могу спеть. Ну, мы не одни, да. Не, ну, если придет, как бы, заказ, все, то спою. Олег Бартюк, спасибо большое. И, кстати, ты ее сможешь подыграть. Там все просто. 4 аккорда.
Но очень хорошо. Красиво. Михаил, привет, Сахалина. Привет, Сахалина, ты уже говорил. Бруда Вижн. Спойте, пожалуйста, Ахрикари глаза. Хорошо, но у нас на очереди Горький вкус. Давай. По заказу Dark Dream. Но куплет я никогда не пробовал петь. Не знаю. Так. Какой мы будем тональности? В этой? И на минуту не подумай, лишь плотское вино, пытаясь смысла не запутать, говори мне о любви, которой нет вообще, не зови меня смело, ты пришла мои границы. Я сейчас буду... Мелизмы, что ли, делать? Давай, да-да-да. Я не пробовал, честно, друзья, я только припев знаю. Но в этом и прикол. Спой, как чувствуешь. Ага, погнали. Не говори мне ничего, и дай минуту мне подумать. Я пью шотландское вино, пытаясь мыслями запутать. Не говори мне о любви, которой нет в твоем сердце. И не зови меня своим, ты перешла мои границы. А горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, а ты змея. Пустила я любовный яд, я так рад, что все прошло. И может быть и не было, и ничего. Прощай, прощай, моя любовь, и никогда не вспоминай. Я горький вкус моей любви тебя убил, теперь без сил, а ты змея. Я любовный яд, а я так рад, что все прошло. И может быть, и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня, прошу, не вспоминай. Слова твои пусты, зачем же нужно столько лгать? Я понял все теперь отныне, ты уходи, мне не нужна такая дура, я за слова твои просты, ведь такова твоя натура. А горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, не пустила я в любовный яд, и я так рад, что все произошло, а может быть, и не было ничего. Прощай, прощай, и никогда меня, прошу, не вспоминай. А горький вкус моей любви тебя убил, теперь без сил, а ты змея. Пустил я любовный яд, а я так рад, что все прошло. И может быть, и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня, прошу, не вспоминай. Не, можно было спокойно перейти, но ладно. Бруда Вижн. Хорошо. Михаил Раиль, вопрос про армию. Тоже служил 12 дней. 2500, Дмитрий тебе задонатил. А, не вижу. 2500, Дмитрий, красавчик. Пришло время, мы молодая семья Котлярова. Панки. Ой, горшок. Слышал такую песню? Честно, нет. А, давай слушать. Я ее слушал один раз на стриме, мне задонатили. Хочешь сыграть сразу? А, сейчас один раз прослушаем. Вот. И, ну хорошо, на очереди сейчас карие глаза и потом котлеры. Давай, да? Давай. Ну, что да. У нас как обстоятельства? Вот вы красавцы, вам надо объединить. А, да, это уже читали, ну, а, это что-то из своего он еще просил, а я не заметил. Хорошо, авторской тоже будет. Исполняем Гарри. Давай. Моя любимая песня же. Ну, я же такое обожаю, ты знаешь. Ну, для девчонок-то здесь. Соло. Голосом. А тут... Подождите, а вот сейчас чисто прикол. Так, они так желтые... Короче, если девчонки смотрят, мне интересно вообще, есть девчонки? А ну, киньте в чатик именно какого-то, ну, нестандартного цвета какой-то смайлик, чтобы мы понимали, что именно девчонка. Пацаны, не кидайте. Желтые, красные пусть пацаны кидают, а вот...
Вот именно... Сердечко красное, давай. Ну, допустим, да. Или красные сердечки, вот, допустим, чисто девчонки, если есть. А ну... Из 3000 человек, мне, да? Сколько, да, интересно? Мне 3300. Ребята, да, не забывайте ставить пальчики вверх, если все давайте нравится. Давайте 4000 лайков сделаем. Кто не поставил, ткните. Это тоже одна из тех песен, которые я прям разучил в самом начале. Там «Оранжевое настроение», «Звери», «Ахра», «Карилла». Помню ролик Морозова. О, такой, смотри. В поезде был. О, да же. Ладно, столько девчонок. Но я не знаю, откуда они. На самом деле, по статистике, 90% у меня мужики. Ну, смотри, сколько девчонок. У тебя тоже, да? Мы недооценивали девчонки. Вы тут с нами. Зовите подруг. Стало больше. У него только одно на уме, девчата. Эта песня звучит для вас. Ну, давай, давай для них. Давай. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердцем бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, это солнце для тебя. Солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Как хочу, чтоб знала ты, про тебя лишь мои сны. Как реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Я еще помню, соляк на губной вставлял. Так что надо было тебе дать, чтобы ты сыграл. Не, губную сможешь? Надо, может. Почему нет? Там только белые клавиши, если брать по баяну. А-а-а. Там по-любому попадешь. Просто не гигиенично. Да. Немножко. Так. Писали «Хижина музыкант» самый романтичный канал. Согласен. Юлечка, ну вы жжете, давай Туганьяк скоро на татарском все запоем. Да, вот уже Рома тренируется. Пишите, ребята, на татарском, чтобы он читал. Споем Туганьяк обязательно. Ирина, а еще девчонки любят авторские песни Раиля. А у меня сегодня день воплощения на эту землю. Мне пришла смс-ка. Спасибо вам за позитив и музыку. Все, таможенное оформление прошло, моя кнопочка золотая. Кнопочка золотая. Скоро едет. Я буду кнопочкой хвастаться. Поздравляйте меня в чатике там. Так. Ирина, хорошо, там еще человек заказывал авторскую песню, я помню. Глазами ботаника, ребята, вы вчера исполнили «Спокойной ночи», так что аж до мурашек. До меня самого, кстати, были мурашки. Как говорил когда-то Владимир Высоцкий, не в уши, а в душу. У меня последнее соло в этой песне очень ассоциируется с горечью от того, что погиб Виктор Цой, почти до слез. Рома, спасибо тебе, что знакомишь нас всех с его творчеством и воплощаешь в реальность слова «Цой жив». Мы, может быть, закончим сегодня тоже этой песней и так далее. Но сейчас просто играть после нее уже так. Это так, а, такие вот слова, как бы... Да. Андрей Волков как раз в PayPal тоже прислал донат на «Белый танец». Вот. Авторская песня. Ну, как раз люди просили авторскую. А, я же ее исполнял уже. Да. Точно. Поэтому... Белый танец исполнял, тогда что-нибудь думай другое будешь. Юность ты хотел. Где твоя юность? Что грело надеждами. Да, давай, исполняем. И, ну, это, конечно, вне очереди получается. Татарская сначала шла.
вообще... И молодая семья. Молодая семья, да. Да, но это ж я тебе должен, да, исполнять. Ну давай, да. Давай вот эти две, и потом две молодая песни. Семья. 2500 донат все-таки, человек. Марат, много. Благодарю за донат. И Павел, красиво прошу кино, песни без слов. Песня без слов. О. Посмотрим. Так, татарская и какая авторская? Авторская. Давай. Юность. Продвигаем песню «Юность». Привет, криптонам, особенно Adobe Service. Криптонам. А кто такие криптоны? Кто криптовалюту делает? Ну, походу. Сам не знаю даже. Не, вот ты лучше под этот подстрой, подожди. Я общий строй смотрю, просто не строй. Не-не-не, на, вот под ноги надо, не надо. Погнали, друзья, звучит авторская песня моя под названием «Где моя юность?» На втором месте находится. Вроде как в Spotify, да, после «Не влюбляйся», поэтому слушайте. Вот. Подвигай до конца, да. Нам по 17, и все впереди. Крыши, тусовки, где встретим мы рассвет. Забыв интернет, признание в любви, где горят фонари и прогулки до самой зари. Если будут искать, и мне говори, где мы потерялись одни. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент. Я все еще помню родные края, но уже не вернуть то, что было вчера. Куда мы спешили, я не пойму, куда. И мы разучились влюбляться в поисках денег и глянца. Зачем эти ваши запреты? Ведь были моменты, когда бесконечным казалось лето. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент. Так, пока что все тихо. А нет, привет вам с Крюковщины. Привет, привет. Артемка Гитер, привет, Райли, Рома. Вы те люди, за которых я посвятил свои 2 года музыки, и теперь хочу стать музыкантом. Спасибо вам большое. Я бы хотел задать вопрос Романа. Правда ли, что с тобой можно встретиться на стрим и поговорить с тобой? И второй вопрос. Могу ли я начать школу с 13-14 урока, если я самоучка? И могу это сыграть заранее? Спасибо за ответ. Ну, конечно,
То есть ты сам определяешь, откуда. Если ты там до этих уроков дошел, конечно, можешь. Вот. Что касается встречи, то... Ну, это как... это с этим, наверное, посложнее. Короче, у нас бывают встречи канала большие, куда приезжает там 1000 человек там, и больше. Но сейчас из-за коронавируса пока мы не проводим, но они будут. Там мы знакомимся лично с ребятами. Некоторые из них становятся друзьями, знакомыми, которые потом попадают на стрим как-то все. Иногда попадает на стрим кто-то, кто ну просто жестоко круто прошел школу. Мы им гордимся и уже заочно познакомились. А так... Ну, без всякого, ну, сори, я же не могу, ну, всех людей из интернета как-то там тянуть к себе, знакомиться. Mm-hmm. Фиг, может, ты же шизик, понимаешь, какой-то. А может быть, нормальный человек. То есть нужно на какой-то нейтральной территории сначала встречаются люди, знакомятся, а потом уже пускают к себе домой, правильно? Правильно. Окей, Тимур, спасибо большое за донат. Ребята, вы супер, сыграйте «Фактор 2. Война», хорошо. Ирина, спасибо за «Где моя юность», я именно эту и хотела услышать, красивая песня, космическая связь сработала, спасибо, согласен. Андрюха, ребята, спасибо за творчество, вы лучший гитарист, если можете, хотел послушать от вас «Одинокая луна» Джанага Джафар. Пока не знаю такой песни, очень связывает нас с любимой эта песня. Спасибо, спасибо за донат. Так, татарскую заказывали, дальше... Давай татарскую лупи, потом можно... Что-то нам я спеть там должен был. А, эту, я эту как порнофильмы. Ее? Порнофильмы, да. «Молодая семья», еще «Ты не один» там, по-моему, не на 1000 рублей было? Нет, там поменьше. Ну ладно, давай. «Незнакомка», «Таду-дым», «Таду-дым» по возможности, «Татуду». Так, и «Фактор 2» потом. Я спою песню «Туган-Як» про родную... Как это? «Туган-Як», да. «Родной край», татарская песня. Заказывали ее, именно ее, поэтому исполняю. Я ее еще не боюсь. Вот сейчас он споет песню на татарском. Вот напишите потом в чат, с каким языком у вас схожие ассоциации. Потом я скажу мой ответ. Вот сейчас вот послушайте песню. Вот на какой язык похож татарский, вот когда он допоет? Только после песни пишите, в момент песни все равно не я видно. Я даже знаю, какой напишешь-то. Ну давай посмотрим. Казахский давай. По-любому. Давай, Туган-Як. Давай. Туган-Як кайл тутаман, Туган-Як, Туган-Як. Ин гузел газиз яка, Туган-Як, Туган-Як. Жир жилеклер эпишкен шоп, Туган-Як, Туган-Як. Ошыган койын лыккан, Туган-Як, Туган-Як. Толпына күңел, толпына ошқына, Йорсуна түз, түз күнне, Қойынлықта жилек пешкен, Тез үрліп өз күнне. Қойынлықта жилек пешкен, Тез үрліп өз күнне. Шешеклерден инди юқ, Туған-Як, Туған-Як, Хуш исле олы гүлі, Туған-Як, Туған-Як, Бояқларға бір қойда да, Туған-Як, Туған-Як, Хештіңдер болмас түсті, Туған-Як, Туған-Як, Толпына күңел, толпына ұшқына, Йорсуны түс, түс күнне, Қойынлықта жилек пішкен, Сойры кышлар, сойры, сойры, сойры кышлар. Бир туктамы издирим, издирим, издирим. Узакламы мудрмы мин. Эту строчку я плохо знаю, поэтому вот так вот. Ну давай, говори. Блин, нет. Не похоже. Эта уже. Песня не похожа. Я не знаю, на какой язык похоже. Он просто там пел, там, ну, чистый какой-то японский, японско-китайский что-то. Да, вот. Вот. Не, мы не удаляли твое сообщение. Дмитрий Ковалев. Оно само уходит вверх. Я прочитал, я же тебе сказал, я прочитал твое сообщение. Да? Вот.
когда да, я начал да, петь да, свою да. авторскую, да, еще что да, там да. было, я не... Это, ну, он говорит, что это он мне писал про молодую семью и этот... А, ну все нормально, бро. Все нормально, я же тебе сказал, что про... я прочитал, все нормально, вот. И? За хорошее настроение, Губи Коинч... Че, давай молодую семью, человек. Ой, это только песня называется. Сложно. Михаил Т. Спасибо большое за донат. А что тут у нас еще было? Кишмастер. Знаешь такое? Александр. Нет, но мы Киша споем, да? Ну, что-нибудь другое споем тогда, да, из Киша. Давай, 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 давай. Давай. Ух, что это было сейчас? А, это глюк. Так. Да, давай. Сейчас придется мне, правда, слушать песню и сразу ее петь. Порнофильмы же, да? Да. Или «Одинокая луна». Короче, мы играли кино «Бездельника». Короче, скинул мне Димыч эту песню, по-моему, через один стрим назад. Я ее послушал, и мне очень понравился текст. Это неизвестная песня группы «Порнофильмы». Которую мы вчера, что ли, играли? Нет. Вчера тебе тоже понравилась какая-то песня? Тоже, да. Вот, но это совсем неизвестная, понял? А-а-а. Прям совсем. Ну, то есть и там очень мало нет. просмотров в Ютубе, прям вообще нет просмотров. Там что-то. Сейчас я послушаю, надо... Даже вот, видишь, сейчас я в Ютубе быстро, ребята... Сейчас надо... Где, блин, Ютуб у нас? Нету закладок. Закрой нафиг. Вот это все, это уже было, закрой. Да, 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 да. Би-2, Варвара, но из МС, ДДТ, да, 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 закрываем, закрываем. Это все мы пели. Много уже, много испели. Так, сейчас, YouTube, блин, вот он. Так, уже через два часа почти прошло. Угу. 39 тысяч просмотров, прикинь. Бывает, что это, такое. Ну, то есть, совсем неизвестно. Но мне понравилась песня. Сейчас я послушаю разок. Текст офигенный. Слушайте, там дальше, кстати, текст будет. Так. Вас, два, три, четыре. Вечеринки наших общих друзей. Ты умный, улыбковый, улыбный. Ну, бля. Сейчас, подожди. Да. Ты Мы познакомились с тобой на вечеринке наших общих друзей. Ты улыбнулась, подмигнула, намекнула, я задумал все сам. Я притворился, что я лучше, чем есть, смелее, смешнее, взрослей. Я так люблю тебя, закрой свои бездушные большие глаза. Мы молодая семья, у нас уверенный мир. У нас нет нихуя, кроме нашей любви, нашей чистой любви. Залетела в ту неделю, на районе расцвела сирень. Все пацаны зауважали, руку жали, видно, волны заслеть. За счет родителей в столовой мы отметили наш свадебный день. Да, я люблю тебя, и дали ипотеку на 2000 лет. Мы молодая семья, у нас уверенный вид. У нас нет нихуя, кроме нашей любви, нашей чистой любви. Подумай, наверное, все букеты расцвели, конфеты, звезды, сны. Настоебала твоя мама, дети плачут, просто пиздец. А там стабильность раздирает паруса, не задумавшей страны.
Я так люблю тебя, займи мне уже уверенности в завтрашнем дне. Мы молодая семья, у нас уверенный вид. У нас нет нихуя, кроме нашей любви, нашей чистой любви. Мы молодая семья, у нас уверенный вид. И нас нет нихуя, кроме нашей любви, нашей чистой любви. Блин, не успевает артикуляция за текстом слишком быстро. Еще когда наизусть не знаешь, рот не успевает. Но на высоких сама ноутах. Идея... Прикольная очень. Очень крутая. То, что, ну, реально, блин... Правдивая история. Влезли в ипотеку, знаешь, это вначале так все. Но уверенный вид, знаешь, мы... Да, вот. Класс. Я вот и новую песню узнал. Так. Давай сразу потом прочитаем, надо же... Давай. Какую там песню ты хотел? Эту, как ее... Сейчас. А что я хотел? Я хотел это... Как ее... Ты не один там писали? Или нет? Писали, но... Посмотри вот туда, зайди. Сюда? Ниже, да, где-то там. Бля, так как ты среди этого все найдешь? Что там писали? Фактор 2 надо сейчас мне. Это ты сыграешь, да, сейчас. Так, это было... Ничего ниже нету. Нет. А вот эту пострим. Она так. Это ты пел. Вроде все исполняли, да? Ну вроде да, но ты ни один не помню, где там. Ну, видимо, не здесь. Еще вот. Давай песню без слов разок сыграем. Да, песня без слов или что там сыграли? Вон. Песня без слов. Знаешь песню без давай слов? Давай подыграю, если откроешь. Давай возьмем вот так. Так, у тебя это... Песня без слов. Так будешь играть? Нет, наверное. А, песня без... Ты. А, смотри. Сейчас. Да, наверное, так сход... Сейчас. Допустим, да. Потом. Ну, не важно то. Да, блин, неужели ты сыграешь? Ну, давай просто медленно пока. Раз, два, три, четыре. Готов? Побыстрее. Давай, готов? Сейчас. Там паузу сделаем. Даже можно...
Да. Да. Угу. Готов? Давай, да. Раз, два, три, четыре. Ночь без сна, все в свое время, зима и весна. Каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток. Каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть. Каждой собаке могу и кости, каждому волку все безвлость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой, я чувствую. Закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Есть поступ, если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть мар, должен быть свет. Сможешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть? Встать и выйти с ряда вон. Здесь на электрический стул или трон. Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Открывая глаза, весь мир идет на меня войной. Вообще бешеный чувак, вообще, Раиль, я чем больше с тобой играю, тем больше в шоке нахрен. Просто берет нафиг и делает просто охренеть. Охренеть. Грязь, делаем грязь, грязь. Чат с ума сошел, смотри, что творится, он просто вообще... Он просто взял и сыграл песню, которую никогда не слышал. Рома, короче, читай, тут куча донатов, куча давай, всего. Давай, я пока не... Чего, да? Мы... Ты сорвал бошку людям просто, не знаю. Да ты в конце с таким боем. Вообще бешеный тип. Вот там, делай тише, типа. Ты же так делал? Да. Да. Да, мощь. Чертенок без тормозов, привет. Спасибо, привет. 1000 рублей, нифига спасибо себе. Спасибо большое. Райли Ром, спасибо вам за ваше творчество. Продолжайте нас радовать, Райли. Тебе отдельное огромное спасибо за 4-й музыкальный вечер. Ага, исполни, пожалуйста, аппаратуру. Спасибо заранее. Блин, да, еле вывожу. Вроде, благодаря вашей отдаче, получается выстоять. Спасибо большое. Бронтозябр. Красавцы, ребята, снимаю шляпу, аплодирую стоя. Класс. Рома, долго ли обучался вокалу, где посоветуешь обучаться, школы, курсы и так далее, а то не знаешь уже куда податься, везде норовят хапнуть бабла. Да, честно говоря, сложная тема, ничего не могу посоветовать особо, потому что... Ну, можешь скачать мои приложения? Ну или да. Ну там у меня педагог есть, мы сделали совместный курс, приложуха «Хижина музыканта» называется, в нем объединена гитара и вокал, не по отдельности, как всегда, а да. Я постарался объединить, хотел, и мы вместе прямо разбирали песни с педагогом. Но разбирать песни можно, когда у тебя дыхание поставлено, когда упражнения сделаны. А там все с этого и начинается, с дыхания. Да? Там. Класс. Ну, по крайней мере, это попытка сделать того, чего еще не было. По крайней мере, это попытка сделать то, что скачиваешь и занимаешься. Все. А друзья, хочешь уже, типа, найти прям педагога, ну, ищи это. Ну, так посоветовать никому не знаю, что прям посоветовать. Ребята, для девушки восьмиклассница, Толис, спасибо. Восьмиклассница, запомни, фактор 2. Дублирую просьбу исполнить, пожалуйста, композицию, которую любит ваш ангелочек. Это про...
Катю, что ли? Катю, что ли? Штиль? Ангелочек. Так, ну запомни. Хорошо. Так, я исполняю «Фактор 2», исполняю «Аппаратуры» и... Ладно. И потом вот эту песню. Там еще много чего. «Восьмиклассница». Три. А потом прочитаю ваши донаты, которые вы здесь кидали. Погнали пока. Давай. Исполнять. Солнце закат, я вижу перед собой. И не орет наш комбат, и не зовет идти в бой. Я вырезаю ножом на деревянном бруске имя твое. Мы с пацанами сидим на рыхлой черной земле и вспоминаем друзей, павших на этой войне. И думаем об одном, что у кого-то из нас будет пуля в виске. Война, бесконечная стрельба над головой, и лежит сырой земле, товарищ мой. Листва сжимаю крепко я в руке, тихо плача при луне. Война, бесконечная стрельба над головой, и лежит сырой земле, товарищ мой. Листва сжимаю крепко я в руке, тихо плача при луне. Прошу тебя, я пойми, что нет моей здесь вины, что нет назад ни пути. Я сам хотел бы уйти, и я прошу об одном, о самом дорогом, любовь мою сохрани. Нам предстоит завтра бой, жестокий и роковой, и будет вновь наша кровь проливаться рекой. А если переживу, то ожидает меня дорога домой. Война, бесконечная стрельба над головой, и лежит сырой земле, товарищ мой. Листва сжимаю крепко я в руке, тихо плача при луне. Война, бесконечная стрельба над головой, и лежит сырой земле, товарищ мой. Листва сжимаю крепко я в руке, тихо плача при луне. Смотрю, просто низко попробовал модуляцию сделать, да. И немножко промахнулся. Да, не, я по не аккордам. Аккорды, аккорды. Так. Аппаратуры. Аппаратуры и восьмиклассница. Давай. Две гитары, может быть. Так. Я восьмиклассница на баяне. Друзья, сейчас прозвучит авторская песня «Аппаратуры» из «Ноума». Из нового моего альбома «Время юности». Можете Давай. Потом скачать. Так, сейчас снова будет низко, надо... Не моя гитара, вот, поэтому, друзья, непривычно местами. Сейчас будем использовать каподастер. Лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. Я с дороги снова в дом, дома до студии. Я вырубаю телефон, дым загоняю внутрь. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. Я с дороги снова в дом, дома до студии. Я вырубаю телефон, дым загоняю внутрь. Загоняю внутрь, а. Поверь, давно забыл про дурака и дуру. Что-то тебе напомнит небо от утра, да. Я по дворам, мне надо так, я звал тебя. Но поздно понял, что я потерял. Я на балконе в нашем доме одну за другой. Прошу тебя, напомни сердцу, где моя любовь. Но ты не скажешь мне ни слова, как всегда в загонах. Мы не подходим по канонам. Зачем вообще об этом думать?
Просто надо закрутить и дунуть. И вспомнить мне об этом только утром. И вспомнить мне об этом только утром. Не дай всего минуту. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. Я с дороги снова в дом, дома до студии. Я вырубаю телефон, дым загоняю в дуть. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. Я с дороги снова в дом, дома до студии. Я вырубаю телефон, дым загоняю в дуть. Загоняю внутрь. Каждый день я приближаю свои детские мечты. Твои глаза не видят этой красоты. Все продолжаешь верить, что нам по пути. Отпусти, эй. В тебе не вижу интереса. Ведь в моем рейсе ты всего лишь стюардесса. Ты тянешь вниз из-за кулис. Тупой каприз. Мне проще одному, моя принцесса. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. Я с дороги снова в дом, дома до студии. Я вырубаю телефон, дым загоняю в дуть. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. Я с дороги снова в дом, дома до студии. Вырубаю телефон, дым загоняю в дуть. Мощь. Ну тут куплет исполняется, это не... Рэп-пак, да? Да, это Никита подпит. Исполняет, не я, у меня тут только... А, мой второй куплет, высокий. Понял. И припев, да. Можно, конечно, да, еще мощнее. Раиль, а ты приложение сам писал или кого-то нанимал? Понятно, что начинка твои знания. Да, сам, конечно, он же вообще программист. Да. Хватает времени и программировать, и ролики выпускать, и качаться. Нет, есть программист, который мне делал, и я очень рад, что все нормально получилось, и вроде как без сбоев работает. Надо просто сейчас его расширять, больше... записывать видео. Я обещал, что я возвращаю разборы песен современных, но возвращаю я их только в приложении. Я разобрал песню Макс Коржа «Афган», можете посмотреть, как она играется. Только там, на Ютубе это не появится. И также три своих авторских трека, туда же входят аппаратуры, кварталы и «Пока молодой». Разбирайте, играйте на гитаре. Успехов. Александр Романеев. Он уже писал, киш мастер. Дубль мастер, приглашает гостей. Блин, братуха, просто сложно сыграть песню, когда вдвоем не знаем. Ну, блин, ну давай послушаем, если как, я не знаю. Ну, я точно не слышал. Я тоже даже не слышал. Вчера мы что-то тоже новое из киша сыграли. Пайкласицу сыграй сначала, чтобы уже от этого. Да, чтобы, да, не забыть, точно. Да. И Муцураева, доктор Хьюман. Ну, это посмотрим сейчас по времени. Тоже надо успевать. Ну, неплохой. Хорошо, да? Да. Ну, давай. Ой, сейчас опять будет низко. Ты ставь, каподастер. Хочешь сыграть? А ты играл? На баяне? Да, каждый день играешь. Как я тут уже. А ты так хочешь? Я просто... Давай играем. Так будет. Не-не, ля минор, играй. Ля минор. Играй. Все. Я... Ты думаешь, я песню не испорчу? Сейчас в лёгкую. Как профи, да? Вот уже понеслось. Только левой рукой случайно там не нажми. Правой-то одно. Это просто секрет, ребята. Любой может играть на баяне, если я скажу, что нужно только по белым клавишам нажимать. Конечно, давай. Только левой рукой там это. Давай. Бомба взорвется там просто. Есть красная кнопка. Давай. Пустынные улицы, вдвоем с тобой куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, и я тебя зову в кабак, конечно. Восьмиклассница. Ты говоришь, что у тебя
по географии, трое ко мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем, блядь. Восьмиклассница. Помада, сапоги старшей сестры. Мне легко, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но ровно в 10 мам ждет тебя домой. Восьмиклассница. Нормально, нормально. Блин, так непривычно с каподастром, ё-моё. А, подожди, а дальше, по-моему, гамма вот так идет, да? Нет, сейчас. Ты уже с дополнительным рядом играешь? Вот это уровень, ребята. О, смотри, что я подобрал. Сейчас. О, подожди. Да, смотри. А, да, да, да. Дошел, дошел. Yeah. Yeah. Рома, открывай канал Баян с нуля. Смотри. Сейчас. Он всю жизнь играл, он скрывал от вас, вы просто не Подожди. Знали. Подожди. Принеси меня река, подобрал. Да, сейчас, еще раз. Сори, все, последняя попытка. Давай. Блин. Почти чисто, давай, на пересдачу. Все, 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 учитель, пожалуйста. Похлопаем, друзья. Сейчас. Красава просто. Вы видели, что творит? Все, прощай, гитара. Эх, пошел на рынок. Да уж, да. Так, давайте почитаем сообщение. Давай. Порнофильм «Уроки любви». Стремная морда. Блин, не знаю такого. Ну, это... Если ты не знаешь, или учи сходу, играй. Порнофильмы, давай просто сыграем. Что-то сегодня даже я соскучился, не заказываю, да? Да. Альбина, все. Раиля, сможешь исполнить татарскую, посвященную маме? Если нет, то русскую. Маме деваться некуда, тоже вас слушает. Было приятно, благодарю. А, хорошо, хорошо. Блин, тут столько всего накидали. Пацаны, еще не изучал «Фактор 2», уже исполнил. Я уже закину на вторую куклу колдуна, если успеем. Угу. Раиля, объяснишь Роме? Если испортишь, с меня еще кустанешь. Что-то я сам уже не понял, на каком ты языке тут говоришь. Так, Кули, имя твое. Роман, может, ты знаешь Колизей, только имя твое я в кармане ношу. Знаешь такое? Просто Сафин был бы признателен за Айдар Галимов с именем Жанну Йортасы, что душевно хочет. И я исполнял его уже, прямо эту песню уже исполнял. Ну, что, короче, что-то еще на татарском, значит, это. Да, там это... высоко ария, 3000 рублей. Нифига себе. Давай, короче, татарскую пой, и там высоко будешь потом петь. А там высоко, откуда я тебе спою? Я будто ее знаю, что ли? Ну, послушаем, сыграем. Что ты? Да, послушаем, сыграем. Так, давайте татарскую исполняем, и потом дочитаю все ваши сообщения остальные. Кишмастер потом не забыть, да? Муцура. Ну, послушать тоже надо. Блин, ребят, ничего не успеваем. Вообще завал просто. А зачем мне Муцура, чтобы забыть? Что тебе надо? Так, исполняй татарскую песню тогда. Татарскую давай, фигачи. Может, на баяне?
Да уже было, давай на гитаре. Нет, не было татарской. Нет, на баяне было. Ой, на прошлый раз на гитаре татарская была как раз. Вчерашний трек, что ли, исполнить? Нет, давай вот эту сыграю, потом еще по-любому попросим. Ну давай, давай. Или посвященный маме, вот что такое посвященный маме? Русскую или татарскую просили, но у меня такой нету. Посвященный маме. Моя милая мама, я тебя не ругаю. Вот же можешь, когда захочешь. Погнали, татарская. Гумер у тебя, нига у тебя. Yıllar arttı, yıl yılgın süde süde Umut yaşlıke, umut yaşlıke Sizdirmişe, halsiz portluk kilip jite Yaşa polik, yanıp kolik Buyurmuşta, yigilikli izler solik Yaşa poli, yanıp poli Bu durmuşta ilgilikli izler soli Oylar tügel, yıllar tügel Ömür yolun barmadır işler bizi Varmaz dolmaz Yüreklerge Şimiş bulup Kilip gerer Ömür küzü Yaşa poli Yanıp holi Bu durmuşta İgilikli İzler soli Yaşa poli Yanıp holi Bu durmuşta Ezler solik Bu durmuşta İgilikli Ezler solik Блин, так непривычно, когда она полтона ниже звучит, как будто бы меня запичили минус, знаешь? Я звучу более низко. И замедленно, как будто. Врубай, давай этот, как ее, 3000 донат, читай. Так, 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 3000 донат. Был от Лихо. Там высоко, давай. Лихо, давай. Да, спасибо. Лехо, 3000 Раилю прилетело вообще, поддержали красавцы. Слушаем, да? Да. Давай в ми-миноре, ну в смысле без каподас. Ты будешь петь или я? Ну, блин, я хотел в ту же, которую он пел. Нет, да давай свой. Фигня. Не ведьма. Дай мне минор. Не ведьма, не колдун. Ко мне явилась в дом. Так хочешь, да? Не в пору полнолуния, а летним ясным днем. Обычно на рассвете прихожу во сне. Все не так. Этот раз она сказала мне Усталость, ненависть и боль Безумие, темный страх Ну давай, включай и сразу пой Вот и что, сходу сейчас давай. Сыграешь, давай Погнали Не ведьма, не колдунья Ко мне явилась в дом Не в пору полнонуния Летним ясным днем Обычно на рассвете Я прихожу во сне Но все не так на этот раз Она сказала мне Усталость, ненависть и боль Безумие, темный страх Ты держишь целый ад земной Как небо на плечах Любой из вас безумие Любви и на войне Но жизнь не звук, чтоб обрывать Она сказала мне Там высоко
так же одиноко, как и здесь. Там на высоко вверх облаку, погасшим много лет назад звезде. Или лучше в его тонации? Нормально. Ну давай дальше. Пока ты жив, не умирай, на этот мир взгляни. У многих здесь душа мертва, они мертвы внутри. Но ходят и сметаются, не зная, что их нет. Не поторопи свой смертный час, она сказала мне. Там высоко нет никого, там так же одиноко, как и здесь. Там, там высоко бег облаков, погасший много лет назад звезде. Сбежать от жизни можно, от смерти никогда. Сама жизнь крылья сложит, и я вернусь сюда. Ни ведьма, ни колдунья явилась в дом ко мне, а летним днем испить воды зашла случайно смерть. Там высоко нет никого, одиноко, как и здесь. Там высоко вверх облаков, погасшей много лет назад звезде. Конечно, для одного прослушивания тяжеловато. Да, ну так-то красивая, да, вещь? Ну да. Ну, мне понравилось, как вы с одного с первого раза спели. Нормально? Ну да, мне понравилось. Да. Тут у меня круто. Есть романтичная песня. Романтичная? Современная чуть-чуть. Сотни роз называется. А когда весна придет? Ух, блин, тут тысяча много рублей всего пропустил. Там. Сейчас, давайте прочитаем. Придет. А, ну давай. Отдохните, послушайте звон сапунов. Интересно, твое мнение. Напомню. Саня Гурев, Раэль, привет. Ну, у нас отдыхать, бро, нет времени, конечно. Просто... Так ждал проверки урока, но ты не посмотрел мой урок, хотя я видел на экране, что мой донат дошел. Глянь, пожалуйста, 21 урок, первый видео на стене, Раэль, можно, скоро повезет. Это мне, типа? Да, тебе. Да, братуха, ну, мы сейчас на Раиле, о канале вообще находимся. Ну, да. Ты же наверняка посмотрел, просто он не заходил на другой канал, наверное, да? Я... Открой на 5 сек. Ну, открой, на секунду прям включи. Теряешь. Тут и реклама вылазит, короче, понятно. Поехали. Глянем потом. Угу. Так, Павел, от души за кино, песню без слов, это уважение от нашей семьи, благодарность, очень порадовали. Передайте привет Сургуту и Нижневартовску. Нижневартовск, Сургут, привет. Семья Цварцы, Смоленко и Воробьёва, спасибо вам. Класс. Привет, ребята, целые три семьи сидят, отдыхают, наверное, сегодня пятница. Здорово. Юрец, мужики, огромное спасибо за вашу энергетику, позитив, подписан на канал Рейли и на канал Ром. Благодаря вам спустя 10 лет взял в руки гитару и ощутил этот кайф. Желаю вам дальнейшего музыкального роста и развития каналов. Прошу исполнить любую композицию, но с одним условием: два инструмента и два голоса, потому что вы крутые. Ну, мы будем скоро, я думаю, там порнофильм или что-нибудь, да, исполнять. Ну, у меня есть идея, кстати. Так, Ёж, благодарю за донат. А когда весна придет, я не знаю такую песню. Ты знаешь, Ёж, когда весна посмотри, придет? Посмотри, загу. Когда Ёж. Весна придет. Давай еще арию этот мастер посмотрим, что за песня, блин. Человек просто там весь. Николай Рыбник. А, когда весна придет, не знаю. Старая песня. Кто-нибудь будет коржи заказывать? Здесь старый песен. Я играю, ты поешь, давай. Да давай я сам сыграю. Ну, да. Давай. Если давай. Хочешь. Сидеть будешь? А может быть, поставим, потом... и ты попробуешь на баяне подпеть, подыграть? Ну, давай, тут как бы сейчас все не упустить. Мы с тобой тогда потом играем что-то совместно. Сразу. Давай. Сразу. Давай.
Ёжик на 1000 рублей подкинул. Блин, воспоминания о былой любви, Киш Александр Приходько. Спасибо за донат. Ты знаешь, да? Нет, не играл. Ух, поехали. Баянчик. Ребят, ну сейчас вообще нифига не претензия на то, что мы сможем ее сыграть. Ты-то спел, ты просто... Да что там я спел, я там примерно с ним подвывал. Одно дело, с, да, когда кому-то подвываешь, другое дело сам, когда поешь. Сам подвывай. Когда весна пройдет не за... Подожди. Почему? Подожди. Когда весна... Блин, нифига не вывел. Когда весна пройдет не знаю. Пройдут дожди, пройдут снега, но ты мне улица родная, и в ней погоду дорога, но ты мне улица родная, и в ней погоду дорога. Этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил. Моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Когда на улице заречной в домах погашены огни, горят мартыновские печи, и день и ночь горят они, горят мартыновские печи, и день и ночь горят они. Я не хочу судьбой иною, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что люди вывела меня, ту заводскую проходную, что Не насколько можно. Блин, если бы не было каподастра на полтона ниже, ну то есть я бы смог вот на октаву выше ее спокойно петь. Вот эти полтона, почему я и опускаю строй гитары, то что я очень вот высокую, видел, какая высотища. Ну вот именно ты сейчас звучал как бурановский бабушки. Ну так я и старался, я стараюсь под народные. Пипец, до каких песен добрались, да? Ну блин, прикольно, нифига себе сходу спеть. Для более взрослой аудитории, очень взрослой аудитории. Рома втянулся.
А, давай попробуем. Что там? Блин, этот, чё? Давай общее что-то вдвоём. Давай рок-н-ролл, давай. Мой рок-н-ролл, давай. Эх, не вытянул немножко. Ну, ребят, ну да, вот я же говорю, полтона бы мне хватило. Но это очень... Та-та-та! Ну, я даже вот сейчас, когда не на опоре, не могу эту ноту взять. Это очень высокие ноты для баритона. Я баритон, я даже не тенор. Что, начну? А ты потом... Давай. Октаву вниз. То, что было, набила, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новые, а заново, один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Все слова как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только он близкий рассвет от того, где ты меня не ждешь. Я заплету волосы лентой, и не способный на покой, я знак подам тебе рукой. Прощаюсь с тобой, как будто с легендой. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только он близкий рассвет от того, где ты меня не ждешь. Вела, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новое, а заново, один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Дорога мой дом, и для любви это не место. Душевно, душевно. Вот, видишь, насколько низко. Да. То есть вообще, то есть вот по сути мой голос, ну это слишком низковато, но все-таки. И то, что было набело. Ты можешь так низко взять? Не, ну, и то, что было набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Ну, нормально есть. Ну, можно, но просто это не для моего темпа. Неудобно, да, типа? Да, и неудобно тоже, да. Мне вот здесь наверху очень комфортно. Вот то, что надо. Так, что там мы...
А, этот же мы Киш должны послушать, это, да? Киш-мастер. Ну. Но я не уверен, что мы... Блин, уже третий час почти закончился. Я уверен, что мы сейчас ни хрена его не сыграем. А, ребята, у нас... стрим не такой длинный, как вам. Да, у нас, по сути, через 9 минут все заканчивается, да? Там ну, плюс-минус. Сейчас, наверное, ж есть эта песня, да? Да, есть. Ты на позиции? Да, почти. Не, я такое не потяну. Я реально, я не могу такое сходу спеть. Это кривые... Какие-то куплеты непонятно куда, то есть, да, блин, и неблагозвучно звучит как-то, хрен знает. Мне не нравится эта песня. Давай просто «Прыгну со скалы» споем. Мы сегодня не исполняли. Мы только «Лесника» исполнили. Или «Куклу колдуна» мы вчера... Давай, блин, я не знаю, «Куклу колдуна» уже голоса у меня хватит. А, ну тогда давай. Еще аккорды не подойдут, я думаю. Поэтому... Да, лучше, если уж любишь Киша, мы что-нибудь хотя бы то, что всем известное. Мы не такие кишаманы, чтобы знать его самые какие-то неизвестные песни, там... Какую? Давай, «Со скалы». «Со скалы»? Да. Какой мы там на листе играли? Нет, там голый сорвал. С этой, да? Ветер да? А, еще это соляк, помнишь там? Сейчас. А. Ты можешь так, да, если да. Готов? Да. Отсюда будем, да? Ну давай, с этого проигрыша. Раз, два, три, четыре. Потом аккорд ля, да, идет? Все, давай. Раз, два, три, четыре. С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня
один лишь только Бог, разбежавший с рыбу со скалы. Вот я был, и вот меня не стал. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потерял. Таким, как все, с детства не умел. Видимо, такой жизни мой удел. Она, да что она, вечно мне лгала. И меня никогда понять бы не смогла. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потерял. Гордо скинув плащ вдаль, направлю взор, может, она ждет. Вряд ли это вздор. Издав дикий крик, камнем брошусь вниз. Это в моей жизни заключительный каприз. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. Когда себя возненавидишь ты, лишь осознав, кого ты потерял. Да, уже все. Ну ладно, нормально. Надо добавлять, кстати, в репертуар. Надо ее просто выучить, отрепетировать хорошо. Хотя да? Мы ее вчера играли, и я уже не так хорошо помню. Так. Че, перемещаюсь, давай. Баян. Все, да. Давайте чем-нибудь примерно там думать, да, заканчивать. Особо. Все, больше там не просите особо. Потому что, честно говоря, уже прихренели мы, да. Еще вчера был. Скажу сейчас. Мы не исполнили. Фух. Ой, спасибо большое за донат. Елена Шибаева. Баста, Мастер и Маргарита, знаешь? Басту просто поем. Но Мастер и Маргариту нет, вообще даже не слышу. Там рэп мы сейчас, наверное, сразу не подберем. Александр Романи. Очень жаль, ребята, что не сразу получилось Мастер. Надеюсь, прочувствуете эту песню. Но мы старались для себя, окей. Но она... Обнимаю. Братух, но слишком специфическая. Даже... О, я просил. Наконец-то Коржа. Чтетенок без тормоза. Давай, короче, Коржа и Басту, не знаю, Сансару сыграем на конец и хватит. Там еще тот чат надо будет глянуть просто. Наконец-то. Горы, что ли, по колено или что-нибудь? Что вообще мы... Мне нравится «Горы по колено» в твоем исполнении. Очень нравится «Шантаж» в твоем исполнении. А этот? «Малолетка»? Тоже я очень... «Малолетка» тоже хорошая, да. Ну давай «Шантаж», окей. «Шантаж» так «Шантаж». Стиль, обнимай животный мир. Деньги валятся из карнату, душу отвести. Хочется и отдохнуть в красоте элитных штор. Только что без лишних глаз, не переживай, лови. Дымится на столе шантаж, тлит на столе шантаж. Все лови, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви, тлит на столе шантаж.
наш, тлит на столе шантаж. Все любви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Вот эта новость меняет все лицо. Дозвониться копам по любу, надо думать еще, что делать. А не любимая, задержусь, прости. Позвонил друзьям, сказал расклад. Говорят, не плати, но тлит на столе шантаж. Тлит на столе шантаж. Все любви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви, но тлит на столе шантаж. Тлит на столе шантаж. Все любви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Папа дома, рады дети, возле телека в кругу семьи. Если в эту игру лезешь, будь добр, правила уясни. Но тлит на столе шантаж, тлит на столе шантаж. Селяви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви. Такс. Устал? Я уже очень устал. Окей, мастер. Маргариту не будем, но Басту споем. И дальше я прочитаю ваше сообщение чуть ниже. Давайте быстренько разбираться. Сансару уже давай, что ли, отдохнем. Попробуйте все же, мастер Маргарит, пожалуйста, она легче Сансары. Ну, да послушаем, прям. Давай послушаем. Больше попса, не супер рэп. Давай послушаем, может быть. Может реально, да? Да, может быть. Да ладно, он что, Майк Хортс за... Он давно уже, да. А за что Майк Хортс? Не знаю. Он номер один был, сейчас его нет, этого сайта. Видишь, уже там другие всякие. А за что? Наверное, какие-то песни. Не такая мелодичная вещь вообще. Бог нам дал... Бог нам дал любовь, не словно крылья за спину. И сошла с ума Маргарита вслед за мастером. Но людская зависть захотела украсть ее. Но мне навсегда осталось сердце мастера. Бог нам дал любовь, не словно крылья за спину. И сошла с ума Маргарита вслед за мастером. Но людская зависть захотела украсть ее. Но навсегда осталось сердце мастера частью. Корабль в огне, мой корабль терпит бедствие. И принес письме плохие вести, буревестник. О том, что нам с тобой не свидится, с тобой не встретится. Не перегонена, только на небо лестница. Дни и ночи в одиночке, и так тысячи лет. Прошу тебя, мне больно, умоляю, Боже, выключи свет. Я исписал своей кровью каждый сантиметр этих стен. Но тебе нет дела до этих глупостей. Тысячи страниц за тебе не расстроен камень. Но, увы, кровь точит. Да, твоя ошибка меня не исправит. Легче устранить. Забудь меня на нашей необитаемой острове. Я замерзаю, будто зимой, но тройный злом. Жара и зной, но меня морозит, бьет озноб. И непонятно, почему судьбой связан с тобой. Я люблю тебя, тебе назло. Бог нам дал любовь, слезнула крылья за спину. И сошла с ума Маргарита вслед за мастером. Но людская зависть захотела украсть ее. Но навсегда осталось сердце мастер частью. Бог нам дал любовь, слезнула крылья за спину. И сошла с ума Маргарита вслед за мастером. Но людская зависть захотела украсть ее. Но навсегда осталось сердце мастера частью. Ну, ну блин, братуха, ну... Ух, а мы еще и без ревера. Мы еще и без ревера, да. Ну, молодцы. Не, ну... Ну, сложно, ну, с одного прослушивания, ну, нереальное, блин, нереальное, вот. Где тут поставить? Пофиг, все хорошо, спасибо. Ромка мешает только, ну, да, сори, извините. Пофиг, все хорошо, спасибочки, говорит Елена. Ну, очень рады, что вам понравилось. Так, давайте посмотрим основной чат. Сверху пойду. Инга, dear Daylight. Ребята, какие вы уставшие бедняги, а я вас очень люблю и рад с каждым роликом. Смотрите, берегите себя, чтобы привет, не забыли. Привет, Германия. Привет, ребята. Спасибо большое за заботу, за донаты и за то, что смотришь. А давай Сансару споем и конец.
Так, сейчас прочитай хотя бы. Кай, от героев былых времен. Давайте, я спать спокойно пойду. Это пройдет. Спасибо, ребята, так держать. Альбина, если про маму не знакома песня, то можно интерпретар любые. Дмитрий, песню «Король». Дочки для Ника Кувшинова. Привет. Большой кукла привет. Колдуна для дочки. Блин, ну давай сыграем. Давай, вот еще спаси 1000 рублей. Луч солнца золотого. Спасибо. Ну надо, блин, а как еще? Да, луч солнца и... Чего? И круто вот еще, бы, еще... если бы исполнил Пиццолу, ниже Либертанго, возможно ли сыграть вам? Парни, плиз, Сектор Газа, импотент, блин, 2500, 2500, чувак. Спасибо, Дмитрий, большое спасибо. Блин, ну надо будет поиграть. Ну ты ее знаешь, наверное, ну, потому что ты же... Я слышал ее, как и ты. Твой стрим, ты отмазывайся, слушай, играй. Давай дальше. Пиш колдуна сейчас исполняем, друзья. Привет, Смоленск. Так, вот, кукла колдуна. Все, давай, фрагмент. Давай фигачь. Да не. Темный мрачный коридор. Я на цыпочках, как вор. Пробираюсь, чуть дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. Вчу я комнату тайком, желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много конкурсов видал. Свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих невольница, ты день, зачем тебе охотиться на людей? Что ты тогда мне поверить не смогла, в то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о том, что для всех опасен он. Наплевать тебе. И ты попала к настоящему колдуну. Он так убил таких, как ты, не одну. И находиться здесь опасно мне. Я не знаю, какие с этой тональности аккорды. Ладно. Прикольно, ну хорошо спели, кстати. Не скажи, что это посвящается. Песня кому? Тут многим она все. Тимуру. Там вот еще девочка. Ника Кувшинова. Мы вот тебе старались. Вот обязательно скажите. Мы сказали с удовольствием. Ника Кувшинова, да. По заказу Юж. Давай, луч солнца. Луч солнца. Вчера. Когда я луч. Возьмем сразу. Луч солнца золотого. Академ вокал. Погнали. Мы... Давай. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена, и между нами снова
стена. Академическим вокалистом. Мощно, друзья, сейчас было. Да не, сейчас было. Ну, на самом деле, немножко лажово было, потому что не всегда слышно было, но нормально. Ну да. Привет с Германии, давай половинку танца минус, и летом обязательно к нам. Александр, спасибо за донат. И так, так. Ну, прикиньте, Дима превысил ютубовский лимит по донатам. Чего? О, заполнил, да. Что ли? Больше не дает отправлять, теперь я буду за него. Да ладно. Че это? Да не может быть. Какую еще там я должен? Басту. Зачем нам басту пока что, если ее не заказывать? Ну давай, не надо басту. Давай. Давай, ну, половинку танца минус раз просит. Нафига ты это делаешь? Сломал же, говорит. Да нет. Нет, не это? Нет, нет. А у меня, кстати, ломается. Тебе не заполняли? Мне когда заполняется, он исчезает. Нет. Вылетает. Фигня. Ну сейчас давайте посмотрим еще сообщение. И если что, танцы минус, половинка. Еще на тысячу там было сообщение. Вот тыкай дальше вниз. Сейчас все уставший. Спасибо вам за творчество, Ирина говорит. Уважение, аплодисменты вам, Раэль, ты гений. Спасибо, стрёмная морда. Уроки. Не, не так, спасибо. Тебе говорят, ты гений, ты туда скажи. Спасибо, нифига себе. Тебе сказали, что ты гений. А он такой, спасибо, и дальше. Не заметил. Ну, все говорят, ну, что прям не заметил. Тебе все говорят, что ты гений. Да где? Лапух. Так, ладно, ребята, вот. Style, да? Эту мы исполняли. Просто беречь себя сказала, спасибо. Так. Ну, так, что, где мы пропустили? Бременские музыканты исполнили пьецоллу на баяне. Я когда-то играл, но прямо сейчас вряд ли. Надо вспоминать. Или что-то испанское, не знаешь? На баяне нет, на гитаре, ну, то тоже. Давай, я либертанго прямо реально вспомню, мне захотелось эту вещь разучить, и уже на одних из стримов на следующей неделе, возможно, я тебе исполню, поэтому заглядывай. А, Сектор Газа, Испонтент. Импотент будешь? Давай, слушай. Да, исполни. Открывай, давай, давай, тебе донат пришел, не мне, тебе. Твой стрим. Ну, ты не дал мне отмазаться, открывать сразу. Мы вообще-то заканчиваем. Ну, 2500. С год прошло, как у меня он упал, спал. Год прошло, как у меня он опал. Год прошло, как импотентом я стал. Больше женщины мне не нужны. Давай попробуем. Давай там же уж, потом другая же будет. Да нет, ну давай. Я не боюсь, мне уже можно, у меня трое детей. Так. Год.
Год прошло, как у меня он опал. Год прошло, как импотентом я стал. Больше женщины мне не нужны. Мне не снятся сексуальные сны. Я для женского пола бревно. К этой мысли привык я давно. Возбудитель меня не берет. Не встает у меня целый год. Я его ласкаю, я его болтаю. Встань, 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 встань. Но он лежит, не дышит. Он лежит, не дышит. Я в Чернобыле работал и жил. И за это медаль получил. Нафига мне нужна медаль? От меня убежала жена. А ведь раньше, как вспомню про секс, у меня и ширинги он лис. Вались брюки мои по швам. Одеяло зало, как вигвам. Я его ласкаю, я его болтаю. Встань, 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 встань. Он лежит, не дышит. Он лежит, не дышит. А он меня не слышит. Он лежит, не дышит. Ой, о-о-о-о-о-о. Я хотел удавиться на днях. Подвела веревка меня. Угореть я хотел в другой раз. Но как назло отключили газ. Я хотел утопиться в реке. Найти покой на морском реке. Но назло мимо плыл водолаз. Взял меня он экспас пидорас. Я его ласкаю, я его болтаю. Прочувствовал, да? Да, видимо, уже приближается. Все! Урок любви пропустили, заказывал. Рома, спой «Звезда по имени Солнце». Ну, мы ее что, надвоем мы ее разве, может, спели? Уроки любви я не знаю. Ты знаешь? Нет. Я не знаю просто эту песню. Сейчас. Ну, «Звезду» я тоже пел. Все, надо чем-то заканчивать. Я же что-то хотел, да, «Танцы минусом» закончить, и все. Ну давай. Тогда я с вами прощаюсь. Все, я ничего не из это. Трэш пишут. Вот. А вон там что за донат на 2000? Это тебе читал. Мастер Маргарита Мастер. Все, да. Давай пересаживай, да подпевать же. Фух! Блин, круто вообще. Два мощнейших сна. Два стрима. Это в итоге получается у тебя 4 часа, и у меня 3,5. Да, 7,5 часов. Если так же смотреть. Да на самом деле я могу сказать, что судя по активности тех, кто сидит с той стороны, можно вообще хоть сутки там еще сидеть, они будут и сидеть, и просить, и... но просто... Это называется стрим 24 часа. Да не, это нереально. Нереально. Нет, в смысле, это вообще реально, но это если перед ним ничего не делать. Я, если у меня вчера, позавчера целый день съемка, да. Потом семья... Чередоваться надо, чередоваться там, да, и чтобы побольше народу было. Просто смысл какой. Да, ребят, сегодня был... Офигенный стрим, большое спасибо. Я прям на одном дыхании все пролетело. Я думал, только начали. Ну, по ощущениям, конечно, да, усталость есть, но в целом вроде только начали, уже и заканчиваем. Поэтому огромное спасибо. Заглядывайте на канал еще. В понедельник будет ролик с Тимом Мацони. Баян, как вы хотели. Ждите. Ну, а сейчас напоследок... Кто не видел на моем канале наш с Раилем, это я так соскучился, вот сейчас стрим закончился, прям все пойдите и посмотрите, мы там круто спели порнофильмы «Я так соскучился», и ну и лайки мне там нужно, блин, нужно от вас побольше лайков. А сейчас Раиль вам скажет, как... Кадрить девчонок. Как его сердце болит от любви. У ночного огня под огромной луной темный лес.
лес укрывал нас зеленый лист твой, я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил. То, что было, прошло. Ты махала мне вслед бирюзовым платком, я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил. Смотрела в глаза мои, шептала слова. Ты не верила мне, но любила меня. Ты оставила мне половинку себя. Димыч, у нас не частный дом, это раз. Во-вторых, у нас еще тут целая семья, трое детей, все спят и так далее. Говорит, давай сотку и до утра. Не, Димыч. В будущем. Да и сил уже нет. Это можно как-нибудь такой эксперимент провести, да. но не знаю. Это кроме если заранее договориться и уехать, к примеру, к моему другу, там, к Шпильчину, за город. Ну, поехать там, и там расположиться, да, и орать, да, то базару нет. Ну, и то. И цель заработать миллион за стрим. Ну, это нереально. Нет, миллион-то нереально. За 24 часа. Ну, если будут подряд разные люди меняться. Ну, если прям цель такая, все такие, ну, может быть, ну, просто, ну, а зачем? Цель же тоже должна на что-то. Ну, да, ну, и придумаем цель, там, не знаю, концерт или что-то. На лечение. Ну, к примеру, если, к примеру, там миллион, чтобы арендовать какое-то помещение, чтобы сделать концерт там на три канала, чтобы там вместимость 3-4 тысячи человек, да? Да. И сделать крутейший концерт, программу, чтобы люди приехали на этот концерт. Да. Ну, вот так, что... Объединить. Но пандемия. Пока что да, пока что не... Мы, у нас есть такие на очень крутые задумки, мысли, но просто... Чат завалили. Спокойной ночи. Ну давай, все. Давай, все, спокойной ночи, мы закончим. Я прочитаю последний донат. Алена, спасибо, вы классная, ты тоже очень классная. Алекс, ну давай, спокойной ночи напоследок. Ну, давай. Спасибо за концерт, Тима говорит. Садись сюда, ты запомнил солянку вчерашнюю? Повторим? Давай сейчас повторим. Повторим. На. Ага, что-то припоминаю. Кино спокойной ночи. Ну вот. Подожди, вот так. Да. Сля начинаешь. Уже шарит. Нет, в частном доме невозможно так стены зашумоизолировать, чтобы соседи не это... Ой, в частном доме, в квартире. Текст, наверное, чтобы я тоже подпел. Уж. Давай. Ты начинай с проигрыша, да? Ну, да. Ну, ты с припева уже начнешь левой рукой.
Понял? Да, давай. Ну, поехали, ребята. Давай, чтобы с тишины начнем, да? Поехали. Крыши домов дрожат под тяжестью дней. Небесный пастух пасет облака. Город стреляет в ночь дробью огней. Но ночь сильней, ее власть велика. А тем, кто ложится спать спокойного сна, спокойная ночь. Тем, кто ложится спать спокойного сна, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. А тем, кто ложится спать спокойного сна, спокойная ночь. Тем, кто ложится спать спокойного сна, спокойная ночь. Приходят, им слышится стук копыт, мешает уснуть, тревожит их сон. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кто спасет, спасет. А тем, кто ложится спать спокойного сна, спокойная ночь. Тем, кто ложится спать спокойного сна, спокойная ночь.
Это было круто. Это было хорошо. Все. Поехали. Не ожидал, что ты так же, как и Ярик Бро, сдобол. Кто-то на что-то обиделся. Бывает. Мы сделали, что-то, может быть, не успели. Мы сделали все, что могли. У нас уже нет времени. Спасибо за душевность. Вы настоящий, Вероника. Спасибо, вы классные. 500 рублей, брат. Спасибо. Сыграйте, пожалуйста, спокойной ночи. Напоследок сыграли. И там, молодцы, спасибо, Владислав. 1065 рублей. Спасибо. Вот. А, даже так? Да. Даже уже не нули не... Еще вот тебе, да. Денюшка напоследок. Большое спасибо, ребят, за внимание. Мама моя, маме привет. Офигенный стрим. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм, ежедневные сторисы. Вот те тут, же встречи вот тут всякие. Инстаграм, да. Фан-встречи, интересные ролики, которые не выходят на Ютубе, выходят там. Тоже подписывайтесь на Инстаграм Ромы. Много интересного, полезного. Нужно продвигать все соцсети. Вот. Обнимаю вас всех крепко. Встретимся ровно через неделю. Я думаю, уже... Послезавтра я буду в Казани, мне нужно отдохнуть, потому что 4 стрима за неделю я провел, 2 съемки для телеканалов, и запись у меня песни на моем канале. А, после стрима вы сейчас посмотрите, я так соскучился, даже если видели еще раз, повнимательнее. Как можно было все это за неделю успеть, да, я в шоке. Все, короче. Всем пока, спасибо, было круто.